Сегодня у нас планерка проходит в новом формате. Сотрудники работают Одинцовского телевидения. Совещание транслируется по телеканалу ОТВ, так как мы убеждены, что работа местной власти должна быть прозрачной для жителей района. И все должны знать о том, какую работу проводит администрация и поселений, и в частности района. Сегодня в повестке 4 пункта. Начнем мы с первого вопроса, очень важного вопроса, вопроса профилактики заболевания корью. Вы знаете, что в Одинцовском районе сложилась сложная обстановка по заболеванию корью. Есть заболевшие, их число растет. На сегодняшний день с начала года зафиксировано уже 45 случаев заболевания корью. По данным, эта информация по данным территориального управления Министерства здравоохранения. Май-июнь 10 заболевших, июль 1 человек заболел, август-октябрь 34 человека. Наша с вами главная задача — провести ревизию прежде всего всех сотрудников бюджетной сферы на предмет наличия прививок, так как у нас в бюджетном секторе трудятся специалисты, которые постоянно, ежедневно контактируют с большим количеством людей. Это учителя, воспитатели детских садов, наши врачи, тренеры, сотрудники МФЦ, сотрудники всех наших администраций. И они могут быть разносчиками этого заболевания. Важно в кратчайшие сроки проверить, нам с вами проверить, у всех есть ли прививки, выявить тех, у кого их нет. И, безусловно, срочно организовать работу по прививкам. Хочу еще раз повторить, что этот вопрос не требует совершенно никаких отлагательств. Вторая наша важная задача – провести информирование населения. В каждом государственном и муниципальном учреждении должен быть размещен плакат со сведениями о сложной ситуации и с призывом сделать прививки в ближайшее время. То же самое касается и средств массовой информации, и электронных СМИ, и печатных изданий. Отдельное внимание, Роман Викторович Неретин, для вас — это социальные сети. Прошу организовать работу во всех городских и районных пабликах, войти в контакт с администраторами этих пабликов и попросить содействия. Также всех глав и руководителей администрации прошу в своих страничках в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке разместить информацию о том, где можно произвести прививку, и о том, какие симптомы вызывает это заболевание. Но хочу подчеркнуть и для средств массовой информации, для всех сотрудников, что работу это нужно проводить аккуратно, дабы не вызвать панику у населения. Нужно спокойно и внятно объяснить людям, почему важно привиться самому, почему важно привить своих детей, своих родственников и близких. Эти все задачи были поставлены руководителям бюджетной сферы на заседании специальной комиссии. Максим Викторович Шуманов доложит сегодня о ситуации в целом в Одинцовском районе. И попрошу с докладами выступить тогда Наталью Юрьевну Мозгальну, представителя федеральной структуры Роспотребнадзора, Бедина Надаревича Кубутия, Павла Вячеславовича Кондратского, Веры Николаевны Стрельникова, Евгения Александровича Серегина и наше образование Евгения Ляписта. Хочу от каждого из подразделений услышать подробный отчет о том, что было сделано за эти дни с момента проведения комиссии. Там был четкий и понятный протокол. И что будет сделано в ближайшие дни. Также необходимо назначить ответственных исполнителей в каждом структурном подразделении, которые в ежедневном режиме будут отслеживать как раз эту дорожную карту исполнения протокола. Эту информацию Максим Викторович будет группировать и мне также ежедневно докладывать. В этой информации я бы хотел видеть, во-первых, количество сотрудников, которые сделали уже прививки, которые стоят у вас на очереди, количество плакатов, которые мы расклеиваем на подъездах, на зданиях, в наших учреждениях и, собственно, в средствах массовой информации. Это и билборды, и
плакаты, которые мы используем в качестве информации в каких-то социальных проектах. Это и, конечно, наши издания печатные, две газеты «Новые рубежи» и «Одинцовская неделя», а также телеканал. Помимо этого, считаю необходимым не только агитацию наглядную, но и в устной форме. Наши учителя, воспитатели детских садов, тренерский состав должны контактировать с родителями и в устной форме еще раз всем объяснять, для чего мы проводим эту работу и для чего необходимо прививаться. Если это библиотеки, то, соответственно, со слушателями, с посетителями библиотек. Если мы говорим про систему здравоохранения, то это все пациенты, которые приходят по диагностике и по другим заболеваниям. В администрациях, соответственно, такая же работа на всех личных приемах и в общих отделах, которые принимают корреспонденцию. Прошу вас, Максим Викторович, тогда с презентацией рассказать о текущей ситуации. И дальше перейдем к судокладу. Спасибо. Уважаемый Андрей Рубич, уважаемые главы, уважаемые приглашенные. Пожалуйста, прошу открыть презентацию. Следующий слайд. Хотел бы начать с истории. Вопрос этот Московской области был озвучен в постановлении главного государственного санитарного врача по Московской области номер 5 от 25 мая еще 2017 года о проведении дополнительных санитарных противоэпидемических мероприятий против COVID на территории Московской области. В этом постановлении содержание этого постановления было отмечено, что в том числе в Одинцовском районе неудовлетворительно организована вакцинация детского населения. Также продолжает иметь риск заражения корью в Одинцовском, в том числе и в Одинцовском районе. Распространению инфекции среди населения области способствует поздняя диагностика, неудовлетворительная работа в отношении активного выявления случаев кори, несвоевременная иммунизация и несвоевременное проведение отбора биологического материала. В том числе в части, касаемой главам муниципальных образований, нам было рекомендовано обязать руководителей предприятий, организаций, учреждений, независимо от организационно-правовой формы собственности, предоставить списки работающих со сведениями об иммунизации против кори в медицинские организации по месту расположения объектов в срок до 10 июня 2017 года, а также оказать содействие руководителям предприятий, организаций, учреждений в организации иммунизации взрослого населения против кори. Список в отношении муниципальных образований данным исчерпывался. Данным в постановлении далее указывался ряд конкретных мер руководителям предприятий, организаций, учреждений Московской области, министру здравоохранения, также министру образования, министру социального развития, руководителям детских оздоровительных, министру физической и так далее. Коллеги, на основании данного постановления было издано распоряжение Министерства здравоохранения от 11 августа этого года о проведении дополнительных профилактических противоэпидемических мероприятий против кори на территории Московской области, где руководителям государственно-бюджетных организаций Московской области и начальникам управления Минздрава предписано провести комплекс профилактических мероприятий. Данное распоряжение, оно, вот вы его видите наглядно, комплекс мер здесь исчерпывающий, и он ясен и определен. Следующий слайд, пожалуйста. Что касается реагирования на проблему администрации Одинцовского района. Нами на имя руководителя администрации было получено письмо начальника управления Роспотребнадзора по Московской области с обозначением проблемы. По команде руководителя, исполняющей обязанности руководителя администрации Татьяны Викторовны 24 числа сентября мной было подготовлено и проведено заседание КЧС и ОПБ района и выработаны
соответствующее решение по направлениям. 26 числа же мы довели до всех наших блоков, это образование, культура, спорт, предпринимательство и, соответственно, МФЦ, все решения, все требования, которые нам были указаны в письме начальника Роспотребнадзора по Московской области. Так как в письме руководителя администрации оно было у нас датировано в срок до 6 октября направить в администрацию отчетные материалы. Этих материалов мы не увидели, и исполняющим обязанности руководителя администрации Татьяна Викторовна было бы решение провести дополнительное совещание с представителями структурных органов администрации, ведомства, организации, ответственных за реализацию решений КЧС и ОПБ. Работа была, естественно, признана недостаточной на этом совещании, и были поставлены 6 октября очередные задачи. И сегодня, как уже Андрей Рубич сказал, мы заслушаем отчет по выполнению решений КЧС и ОПБ. Сразу оговорюсь, что мы подхватили, на уровне КЧС и ОПБ решение этой проблемы, потому что, во-первых, она достаточно серьезная, ну и, во-вторых, чтобы усилить выполнение задачи. В конце я сделаю предложение по организации работы в данном направлении на будущее, то, что создано фактически в большинстве городских округов и муниципальных районов. Следующий слайд, пожалуйста. Нами была разработана брошюра. Следующий слайд, пожалуйста. Нами была разработана брошюра и направлена и главам поселений, и во все структурные подразделения. Очень, как Андрей Робович уже отметил, в нейтральном ключе, чтобы не вызывать какие-то панические настроения, мы информируем в этой брошюре граждан, что на территории муниципального района участились случаи заражения острой вирусной инфекцией корью, и, соответственно, призываем граждан района, настоятельно рекомендуем явиться в ближайшее медицинское учреждение района для вакцинации. В докладе здравоохранения мы услышим о том, что подтверждение о том, что все наши организации здравоохранения, они готовы к приему граждан. И, соответственно, все, там обозначили все, что нужно знать от кори. Следующий слайд, пожалуйста. Предлагаю тогда в контексте каждого блока, эта презентация была составлена с дополнительными материалами по некоторым направлениям, соответственно, заслушать профильных заместителей. Передаю это слово Евгению Александровичу для комментария, отчета по своему блоку спорта, реализации мероприятий. Да, Евгений Александрович, прошу вас. Сразу хочу всем выступающим отметить, что вы в срок до 6 октября не выполнили поручение. Начинайте, пожалуйста, свои доклады с ответа, почему. Добрый день, Андрей Рубович, уважаемые коллеги. На данный момент после совещания были по всем подведомственным учреждениям разосланы информация дополнительная. Проведено 32 собрания с родителями и с педагогами. 459 человек по всем учреждениям, это составляет 77% от всего состава учреждений, подтвердили то, что прошли вакцинацию либо до этого, либо в данный момент. Сейчас на данный момент мы уточняем по 23%, в чем связано, либо есть какие-то противопоказания для прохождения вакцинации, либо там, ну, либо уже, может быть, болели, либо переболели. Дополнительно мы разослали брошюру по всем частным спортивным объектам, там СВ Фитнес и там World Class, на их почту, на администрацию, и с письмом от администрации, и с подробным информационным буклетом. Всем рекомендовано дополнительно проводить уборки,
проветривание в помещениях, ну и, соответственно, все необходимое. Да, в каждом спортивном комплексе есть врач, который за этим следит, и будет доложено после там, уточнения, сколько дополнительно людей пройдут вакцинацию. По некоторым учреждениям, самым крупным, мы издали приказы, и в приказном порядке люди пойдут, да, и будет получен ответ, почему кто-то конкретно не может там, сделать вакцинацию. Значит, первый вопрос. Когда вы вакцинируете всех, кто может эту прививку получать? То, о чем вы говорите, 77%. Есть люди, которые уже переболели, есть люди, которым по каким-то показаниям нельзя делать прививку. Эту информацию мне нужно получить в срочном порядке. Тех, кто способен, может, нужно привить до конца недели. Не вижу здесь никаких совершенно проблем. Вторая ситуация – взять под контроль все наши частные учреждения спорта. То, что мы им отправили информацию, хорошо, но их нужно контролировать. Мы знаем, как устроен частный бизнес. Пока с палкой не будешь стоять, никто ничего не сделает. Поэтому от них также получить в жестком порядке всех работников, которые соприкасаются с детьми в кружках, секциях и спортивных залах. И такую же работу с ними, такую же дорожную карту с ними, как и с подведомственными учреждениями, обязательно составить. Если будут какие-то сопротивления, тогда дайте мне информацию или сами выходите на собственников этих учреждений. Мы всех практически знаем и будем требовать неукоснительного выполнения программы. Также вы никоим образом здесь в презентации не показали нам, какое количество детей проходит через ваше учреждение и какое количество имеет прививок, сколько не имеет, и когда эту работу также вы поставите под контроль. У нас по нормативу не менее 95% детей должно быть привито, насколько я понимаю. У нас, Пустандрёвич, все дети, они попадают в общеобразовательный блок, поэтому просто информация будет задваиваться. И чтобы не задваивать информацию, я думаю, Ольга Ивановна все равно будет по общему. В данном случае, когда мы говорим о практически пороге уже с эпидемией, то, что она будет задваиваться, нас не пугает. Вы через свой коллектив отрабатываете, и те, кто общается с родителями, и те, кто общается непосредственно с детьми, требуете эту информацию, да, предоставят их в школу, и к вам ничего страшного. Учет и контроль здесь не повредит. У нас, к сожалению, динамика негативно, у нас увеличивается количество заболевших. И заражаются-то как раз дети в наших либо учебных заведениях, либо в заведениях спорта. Дальше, что касается частных опять объектов, возвращаясь, вы им не электронку отправляете, вы им наши плакаты отправляете или сами прям расклеиваете с их согласия. Эту работу нужно взять на контроль. Контроль — это не электронная почта, это можно, конечно, получать фотофиксацию, но лучше и самим. Так, еще что у вас? Так, Максим Викторович вчера как предоставил буклет, вот сегодня утром буквально мы все и отправили по всем фитнес-клубам. И второе, да, мы сделали опрос с точки зрения, есть ли заболевшие по линии спорта, да, то есть все там директора учреждений подтвердили, что именно в бюджетных учреждениях у нас там пока не зафиксировано ни одного случая, но это вот как факт. То есть больничные листы именно с причиной COVID нигде там не высветилось. Хорошо, с вас тогда ежедневный отчет расклейки, в каких учреждениях висят плакаты, где буклеты, где газеты. И тогда вот по обозначенным проблемам с вакцинацией всего педагогического состава, так скажем, всего тренерского коллектива, тоже мне нужна дорожная карта до конца недели, когда и где вы кого прививаете, и что делаете с теми, у кого нет прививок. Хотя бы на этот период, пока мы в такой сложной оказались ситуации. По частным спортивным объектам обязательно контроль. Ни на кого не надеемся, только жесткая форма общения. Дальше. Культура. Пожалуйста, следующий слайд. Передаю слово Вере Николаевне Стрельниковой по блоку культуры. Да, мы уточняем. Вера Николаевна, одну секундочку. И вот здесь у вас стоит 32
родительских собраний, Владимир Александрович? А сколько должно быть? У нас просто какой план? 102, 52. Это тоже должно попасть в дорожную карту. Собрания проводить, дальше не останавливаться. Угу. И там, где еще их не было, обязательно тоже личный контроль ваш. И собрания тоже можно проводить по-разному. Мне важно, чтобы люди, которые рассказывают о проблеме заболевания корью, ну, во-первых, были все проинформированы с такими буклетами, выводили это либо на экраны, либо была раздача какая-то. Вот, и сами были подготовлены. Если нужно более системный подход, ну, приглашайте медиков на эти собрания. Не всегда тренер, который гоняет шайбу вместе с детьми, сможет объяснить проблему кори и последствия. Вот здесь важный момент, а то мы отчитываемся, как обычно, как чиновники. 32 собрания. Какой эффект с этих собраний? Им сказали, просто не забудьте прививку сделать против кори. Или это все-таки какая-то разъяснительная работа, профилактика? Убежден, что эту работу профессионально могут делать только медики. Если вы собираете большое собрание, приглашайте любого медика. Там уже не важно, чтобы он был статусный, не обязательно называйте руководителя 10-го тирорганом. Это любая там медсестра, любой терапевт сможет качественно объяснить и ответить на вопрос. Особенно по выявлению этого заболевания. Многие же родители пропускают этот момент и на ранней стадии не обращают внимания. Поэтому это касаться будет всех, кто сейчас пойдет с докладами, и культуры, и спорта, и образования. Приглашайте профессионалов, которые смогут качественно объяснить и проблему, и последствия заболевания. Спасибо. Культуре. У нас уточняется информация оперативно, по этому слайду у нас было 82% вакцинировано. По информации на 11 утра сегодняшнего дня это уже 87%. Мы оперативно сейчас проводим работу с запрещением всех массовых мероприятий вплоть до особого распоряжения. Дальше. Проведены родительские собрания в подведомственных учреждениях, изданы внутренние приказы и о проведении собраний, и о том, что мы не проводим массовые мероприятия. Значит, визуальная информация у нас распространена на 100% информационных стендов во всех наших подведомственных заведениях. ПАМСЭТ направлены уведомления главам поселений, и по электронной почте осуществлена рассылка в каждое учреждение культуры Одинцовского района по ситуации, по тем памяткам, которые должны быть распространены во всех информационных стендах. И работаем оперативно со всеми, собираем информацию по непривитым сотрудникам. Педагогический состав у нас привит на 100%. У нас технический состав еще не допривит. И доложим вам сегодня до 6 вечера новые сведения. Хорошо, переходим в практическую плоскость. Вот вы выявляете 13% непривитых сотрудников. Дальше какая дальше программа? Будем понимать, если у них есть медотвод, тогда... Ну хорошо, нет медотвода, если вот нет, непривитый сотрудник. Дальше что вы делаете, если вы нет, или сотрудник? Если нет медотвода, мы будем тогда консультироваться с медиками и юристами, каким образом мы можем отстранить их от работы. Другого выбора нет. Нет, хорошо, вот я сотрудник ваш, и у меня нет прививки. Вы меня выявили. Там, я сам поднял руку, сказал, что я без прививки, или вы выявили каким-то образом. Дальше что мне делать? Я хочу работать и не хочу никого заражать. Дальше что? Вот дальше мы предлагаем провести вакцинацию. Как? Непосредственно в пунктах, в каждом из поселений. То есть на каждом собрании, которое конечно, вы проводите, вот я вижу на фотографиях, вы сразу рассказываете, конечно, где ближайший пункт, да, в котором можно сделать вакцину. Да. Сколько на это уходит времени? На вакцинирование? Да. То есть для этого надо отпрашиваться на полдня? Нет. То есть насколько у нас этот механизм отлажен? Это максимально оперативно. Потому что когда мы предлагаем людям пройти вакцинацию, они начинают считать. Так, туда ехать на маршрутке 40 минут, потом я там просижу в очереди, потом я вернусь, у меня полдня выпало. А кто меня на полдня отпустит? Там в приказе наверняка вашим ничего не скажут. Вот сейчас упремся в то, что людей нет такой дорожной карты, как это сделать быстро. Угу. Вот если бы в этот зал вы приехали с медработником и сразу бы на месте делали вакцину, угу,
У вас бы уже давно 100% у всех было и в спорте, и в культуре. Вы пока пытаетесь людям дать совет, так скажем. У нас уже, мы прошли эту точку невозврата. Мы уже никому не советуем. Мы уже почти в карантине. Проводим собрание. Все, кто поднял руку без вакцины, сразу надо вакцинировать. Поняла. И опять здесь тесное взаимодействие тогда с медицинским учреждением. Сегодня до 6 отправим. Я думаю, что организовать это не очень сложно. Сделаем. Также касается и спорта, Евгений Александрович. Если вы проводите собрание с коллективами или с работниками, с тренерским составом, можете им предложить в какой-то там назначенный час просто пройти всем вакцинацию. Я думаю, что это занимает там 5 минут на каждом. Все, и вы решили проблему. А так вы советуете, человек идет, не идет, хочет, не хочет, есть время, или по работе загрузка большая, все, это опять валится. Спасибо. Значит, вы говорите про все ваши учреждения, про библиотеки в том числе. Да. От вас тогда концепция по оставшимся 13% и по тому, как вы работаете с посетителями и с детьми, которые проходят. То же самое, что мы обсуждали на примере спортивных учреждений. Да, у меня вопрос на засыпку. А у кого в этом зале есть прививки? Да, я просто, я вот, например, не знаю вообще. То есть я даже, да, да, наверное, мы все с прививками. У нас какие-то есть там отличительные. Ну вот я, например, не помню, что мне надо посмотреть на плечо, там, по-моему, ОСПА. Да, там не поймешь. То есть нам, как минимум, надо покопаться в своих картах, спросить родителей. И так далее, и так далее. Здесь тоже вопрос. Нет, ну свежую не делается же, если в детстве. А как вы, да, проверите? Вот мы сидим, и я сказал, да, у меня есть прививка. На самом деле у меня нет. Как вы проверите? Вот вы проводите, вот даете мне сейчас статистику. 82 привита. Медицинские книжки. То есть каждый, кто отчитался вам по процентам, предоставляет медицинскую книжку, в которой есть штамп. Штамп, да, проверки. Да. Ну, мы же сейчас говорим не только про работников, которым требуется книжка, но еще и технический персонал, который также контактирует. Мы же, да, вот мы же с вами без книжек сидим. Так что про детство могут быть у всех разные воспоминания и фантазии в том числе. Здесь прошу также быть бдительными и перепроверять информацию. А как вы делаете? Вопрос. У кого-то тоже были оговорки с состоянием здоровья. Хорошо, просто по культуре понятно. Дальше. Образование. Уважаемый Андрей Робертович, уважаемые коллеги, то, что касается системы образования... Василий Иванович, извиняюсь, Вера Николаевна, а у вас по статистике есть заболевшие по вашему блоку? Нет. Никто не пришел ни с больничным, ни из сотрудников, ни работников, ни... Не детей. Вы сейчас говорите о больничных листах официально. Никто с заболеванием кори не появился. Так, дальше образование. Коллеги, включите, пожалуйста, другой слайд. Ну, вы имеете в виду свою презентацию? Свою презентацию, да. Образование. Итак, уважаемые коллеги, система образования большая, в сеть входит 120 образовательных учреждений, 50 общеобразовательных школ, 70 детских садов. Из них 4651 сотрудник в возрасте от 18 до 55 лет. Это в рамках того поручения мы мониторинг провели, который был нам представлен 25 сентября. Соответственно, в возрасте от 18 до 35 лет у нас более чем 1500 человек. И от 36 до 55 лет 3137. Следующий слайд. Следующий. Ольга Ивановна, вы зачем разделяете людей по возрасту? У нас по поручению, и у нас был запрос от Роспотребнадзора, чтобы мы распределили по возрастной категории. Мы это в рамках мониторинга все провели, сделали. И по детским садам, и по школам. Соответственно. Сейчас, одну секунду. Это только по...
по образованию или по всем блокам? Это требование было Роспотребнадзора к системе образования. Mm-hmm. Вот это поручение мы выполнили. Следующий слайд. Так, не открывается, буду тогда говорить так. Итак, из этого количества у нас вакцинировано 43,9%, это чуть более 2000 человек. Ревакцинацию получили 2055 человек, что составляет 44,2%. Извиняюсь, вы тогда верните нам слайды, которые были тогда в презентации. Тогда первый верните, почему-то не открывается, хотя все слайды там были. Там есть эти данные вообще, будет наглядно видно всем. Так, и переболевшие – это 181 человек, что составляет 3,9%. Итак, из того количества сотрудников, которые работают в системе образования, у нас вакцинировано, ревакцинировано и переболевшие составляют 92%. Соответственно, 8%, что составляет 373 человека, которые не имеют документально подтвержденную информацию. То есть имеют они прививку или переболели в детстве. Для этого что проведено в образовании? Во-первых, проведено совещание руководителей образовательных учреждений, заведующих детскими садами и директора общеобразовательных учреждений 26 сентября. Второе совещание проведено 2 октября. И сегодня в 15 часов третье совещание, на котором мы уточним ту информацию, которую мы имеем на вчерашний день. Нас сейчас интересуют вот эти 8%, те люди, которые не имеют прививки или не имеют информации о том, что они переболели в детстве. Кто это? Это наши коллеги, которые находятся в декретном отпуске, это те коллеги, которые имеют отвод по каким-то заболеваниям или просто не помнят, доказывают, что в медицинской карте есть отметка о том, что они болели в детстве или имеют прививку, но подтвердить документально не смогли. Каждый руководитель образовательного учреждения взял на контроль состояние дел в образовательном учреждении. Контроль проходит как? Чтобы в медицинской книжке была отметка, это то, что касается педагогических работников, отметка о наличии прививки от кори. Более полную информацию мы будем иметь на вечер завтрашнего дня, потому что сегодня в 15 часов совещание с директорами школ, завтра мы встречаемся с заведующими детских садов. То, что касается больничных листов, по сотрудникам школы детских садов больничных листов нет по заболеванию корью, а вот по детям такая информация у нас есть. У нас 2 ребенка переболели корью, это в Одинцовской школе номер 1, ребенок из 5 класса, и Одинцовская гимназия номер 13, ребенок из 4 класса. Но благодаря тому, что в этих классах все оставшиеся дети были привиты, то, соответственно, заболевших больше не было. Те дети, которые не привиты в этих классах, у них имелся отказ со стороны родителей от привития от кори. Вот такая сейчас ситуация по образованию. Так, хорошо, по 8% четкий мне нужен график. Кто у вас там возвращается из отпуска, секрета, пофамильно, чтобы были даты, когда люди пройдут вакцинацию. Это касается педагогических работников и сотрудников всех ваших учреждений. Вы не сказали ничего про детей. А детям-то как мы прививки делаем? А родительские собрания? Андрей Робертович. А дети вместе с родителями? Здесь вот с 25 сентября ведем работу по информированию родителей о том, что такое корь и что эту прививку необходимо сделать. Для этого, так как у нас сейчас с понедельника по воскресенье, каникулярное время, соответственно, процентов 33 образовательных учреждениях собрания родительские прошли, куда выходили наши медицинские сотрудники. В других учреждениях родительские собрания пройдут на первой неделе после каникул, куда выйдут работники здравоохранения и доведут эту информацию профессионально. То, что касается работников системы образования, то в каждой школе находится информационный стенд, что такое корь и что прививку от кори необходимо иметь. Это наглядные, иллюстрированные, которые нам передала Наталья Юрьевна.
эту работу сколько будем продолжать. Сколько детей в системе образования и сколько с прививками? Андрей Робертович, если брать в разрезе каждого класса от 1 до 5 детей в каждом классе, где имеется отказ? Нет, 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 я же задаю совершенно конкретный вопрос, Ольга Ивановна. Вы нас в дебри не заводите. Сколько детей в системе образования у вас и сколько из них с прививками? Так, эту цифру буду владеть. Почему не владеть? На завтрашний, на вечер. А почему не владеть? Ну, и какой конкретной цифрой не вы все не владеете? Сколько детей вы не знаете в системе? Нет, детей конкретно знаю 38557 детей на сегодняшний день. Это в школах и 14500 детей в дошкольном образовательном учреждении. Вот сейчас мы проверяем все медицинские книжки, которые находятся в наших образовательных учреждениях. А почему не проверили это за неделю? Почему такое поручение вы не дали директорам? Почему к совещанию вы пришли не приготовить? Андрей Робертович, по этим данным работаем совместно с Серегин сейчас здравоохранением. Говорит, что у вас двойной учет, оказывается. У него по спорту и у вас по образованию. А вы даже к учету не приступали. На завтрашний вечер будет точная цифра. Кто ее будет делать? Руководители образовательных учреждений дают эту цифру, согласованную с работниками здравоохранения, с работниками, которые находятся в наших учреждениях. Потому что цифра на вчерашний вечер разнилась, поэтому статистику не озвучиваю. Средние данные вот такие, от 1 ребенка до 5. Я не знаю, что такое средние данные, это какая-то непроверенная информация, она у всех разнится. Значит, мне от вас нужно четкое понимание, как я уже сказал, когда вы всех вакцинируете работников. Не надо надеяться на то, что все они смотрят какие-то плакаты, которые вы развешиваете. Все, кто в нашей системе, обязаны быть вакцинированы, чтобы не заражать детей. От вас жду цифру, и не позднее завтрашнего дня, о том, сколько детей у нас не вакцинировано, хотя бы мы поймем, с какой проблемой мы на сегодняшний день столкнемся. Дальше, я так понимаю, вакцинирование – это добровольная история, это нужно согласовывать с родителями. Конечно, поэтому… Соответственно, от вас график родительских собраний с конкретными фамилиями родителей и детей, которых нужно вакцинировать. Вы пока для всех выдаете информацию общего характера. Это не работает. Нужно говорить, Иванов, Петров, Сидоров из 5 А не вакцинированы. Вот памятка, вот что может быть. Предлагаем там в пятницу или в субботу провести вакцинацию в школе. Приедет медицинский работник и по списку всех вакцинирует. От родителей, там, как вы это обычно делаете, когда мы занимаемся прививками, получить согласие. Вот и все. Я считаю, что по образованию, в части, во всяком случае, детей, работы нет никакой. Вы пытаетесь достучаться до родителей, которые читают или не читают наши агитационные материалы, но результата нет. Вы его нам, во всяком случае, сегодня никак не показали. Нисколько у вас за неделю прививок сделали дети, нисколько вы планируете до конца этой недели, на следующую и так далее, и так далее. По образованию ноль. Кроме вот цифр по работникам. То, что касается педагогов, цифры... Я сейчас извиняюсь, я уверен, что и 8%, которые у вас 373 человека, это у вас было и в прошлом году. Нет. И в позапрошлом, и так далее. То есть это говорит о том, что вы пока с мертвой точки не сдвинулись, ничего не сделано, по вот этой положительной динамике мы не видим. Как было, наверное, 8%. По прошлому году, так вы и отфиксировали на сегодняшний день. Я уточню? Когда мы встречались последний раз по системе образования, по педагогическим работникам, было 87%. На сегодняшний день у нас 92%. То есть мы эту ситуацию мониторим. На завтрашний вечер у меня будут новые данные. Или она останется прежней? Работники ваши самостоятельно делают прививки? Самостоятельно. Они подтверждают медицинские книжки. А сейчас каникулы, они сейчас работают по своему графику. У нас сейчас самое такое время, которое позволяет сотруднику подойти утром спокойно и сделать прививку. Так, понятно. Жду от вас тогда информацию по детям. По детям точная информация будет на завтра. Плюс у вас есть частные учебные заведения. У вас есть дополнительное образование. Ну, там наши же дети. Да, и есть частные школы. С ними какая работа? По частным негосударственным учреждениям до них информация доведена. Они эту информацию, но читали, что информация доведена до сотрудников и до родителей. Это письменный отчет от них есть. Где?
где ваши фотографии о том, что висят объявления на подъездах школ? Они не на подъездах, на информационных стендах. Сейчас я покажу, какая информация висит там. Информационный стенд где находится? В школе на первом этаже. А если ребенка забирает, видно, привозит, видно. Привозит и забирает водитель? Видно, в любом случае он забирает ребенка от школы. Она в основном идет там, где информация о руководителе образовательного учреждения и там, где контактные телефоны. То есть она доступна для родителей. Почему не повесить на подъезде? Продублируем, сделаем. Значит, с вас расклейка на подъездах, фотофиксация по каждой школе. И хорошо. То, что вы размещаете на своих стендах внутри. То же самое нужно сделать по частным школам. Их пересчитать всех, все частные школы, и проговорить с директорским корпусом о том, чтобы наглядная агитация была и внутри, и в подъезде. Также можно наши брошюры везде разложить. И для работников, и для родителей, которые ожидают детей с занятий. В раздорах в нашем образовательном центре есть? Сбросили туда, если не уточню, где они повесили, чтобы они фотофиксацию мне прислали. Ну, то есть пока этого нет у нас в отчете на презентации, значит, этого нет в жизни. Андрей Робертович, завтра у вас будет отчет. Ольга Ивановна, вы готовились 2 дня к нашей планерке по этому вопросу. Ни по одной цифре от вас подтверждения нет. И фотофиксации. Странное отношение. Вы знали, что у вас самая проблемная территория. Это школы, детские сады и большое количество работников и детей. Самое большое. Здесь их сидящих самое большое. И у вас самый слабый доклад. Андрей Рубертович, мы сейчас работали именно по статистике в разрезе каждого образовательного учреждения с руководителем, потому что каждый руководитель приходит с документом подтверждающим. Это медицинские книжки, где есть отметка о вакцинации, или документ подтверждающий, что действительно в медицинской книжке сотрудника где-то есть отметка, что он переболел. Если никакого документа руководитель не приносит, значит, мы этого человека, нашего сотрудника, считаем, что он не вакцинирован. Это документально не подтверждено. У вас в школах есть медицинский кабинет? Есть. Значит, тот, кто приходит с книжкой, где нет отметки, идет сразу в медицинский кабинет, получает прививку. Если нет медоотвода, поэтому сейчас выясняем. Да, если я это не хочу вот это «если», «не если». 373 человека можно было эту информацию сделать на следующий день после первой комиссии, которую провел Шерманов. Вы ничего не сделали. Эта цифра была еще больше. Она скажите, какая была? Неделю назад какая была? Неделю назад было 87%. Сейчас 92%. Я не знаю, в людях скажите. Сейчас ну, я вам что, высчитывать будем? Нет, не высчитывать. Сейчас презентацию пришлют, которая ранее делала. Лично начинайте заниматься этой проблемой. Хорошо. И с директорами школ персонально разговаривайте. И ставьте им задачи. Получайте от них отчет о проделанной работе. Как вы делаете по другим показателям. Вас уже Министерство образования всему этому научило. Учет хорошо. И контроль, поручение и исполнение. Дальше по бизнесу, что происходит? Добрый день, Андрей Юрьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Согласно поручению комиссии, сформированной 6 числа, были сформированы реестры основных промышленных и торговых предприятий с полной контактной информацией. И направленные в территориальное управление Роспотребнадзора и Одинцовскую центральную районную больницу. Также сотрудниками администрации были направлены информационные листовки на все промышленные и торговые предприятия. В количестве 180 предприятий охват был более 30 тысяч человек, которые работают на данных предприятиях. 6 октября на территории Одинцовского МФЦ, расположенном по адресу Можайское шоссе 72, была проведена открытая бесплатная вакцинация от кори, где могли принять участие в вакцинации как сотрудники МФЦ, так и заявители, которые в этот день приходили. Сегодня была проведена повторная бесплатная вакцинация, также как для сотрудников, так и для заявителей. Информационные листовки о коре размещены во всех отделениях МФЦ Одинцовского района и во всех удаленных рабочих местах. Соответственно, информационный охват есть во всех отделениях. Что касается бизнеса.
Что касается бизнеса, информацию о бизнесе и контакты отправили в Роспотребнадзор и Одинцовскую центральную больницу. С нашей стороны отправлены листовки о коре информационной, которые были представлены. Нужно вам лично прозвонить все крупные предприятия. Листовки хорошо, но личный контакт необходим. И договориться с директорским корпусом о неком графике и совместной работе. Если на предприятие необходимо пригласить бригаду медиков, которые смогут быстро и оперативно сделать прививку, давайте по этому пути идти и договариваться. Уверен, что многие на это охотно согласятся. Никому не нужны больничные листы, заболевания, эпидемии на предприятиях. Это все будет бить по текущему бизнесу. Мы перейдем когда к докладу Минздрава. Сразу тоже попросим отработать от регламент на наши заявки от крупных предприятий, от наших учреждений. Потому что только вот таким системным подходом мы сможем переломить ситуацию. Агитация хорошо, но нужно людям предлагать какую-то услугу, комфорт для вот самой этой вакцинации. Что касается МФЦ, в итоге у вас осталось какое количество людей, которые не привиты до сих пор? Порядка 50% сотрудников уже привито, потому что сотрудники работают посменно, и в течение текущей недели остальные сотрудники также будут привиты. То есть вы до конца недели всех приведете? Через МФЦ проходит не менее 1500 человек в день, поэтому эти люди на передовой, они должны быть здоровыми и точно все с прививками. От вас тогда соответствующий отчет. Что касается бесплатной вакцинации, ну, я так понимаю, она вообще бесплатная. Акция тогда немножко правильно названа. Что касается бесплатной вакцинации, какой запрос у посетителей, как они реагируют? Ну, запрос, сейчас мы сообщили, чаще просят грипп, от гриппа вакцину еще раз повторить. Вот. Что касается кори, есть те, которые соглашаются, но есть те, которые отказываются. То есть я так понимаю, что пока наша вот эта просветительская работа, она еще до населения жестко не дошла. Да. То есть еще вот такого испуга и понимания, что количество заболеваний растет, еще у людей, видимо, в голове не отложилось. Вот эти стенды, которые вы здесь на фотографиях разместили, насколько они читаемы, удобны? Читаемые. Видят ли их люди? Эти, я так понимаю, стоят прямо в окошке, где происходит общение. Да? Все верно. Они стоят прямо на ресепшн. Это первое, с чем сталкиваются посетители, когда приходят в МФЦ. И ну, в удаленных рабочих местах там один оператор, и, соответственно, на его столе этот информационный листок находится. Понятно. Тогда операторам нужно поставить задачу, так же, как мы делаем по налогам, сразу проговаривать. Вот, есть информация, прочитайте, очень важное сообщение стоит на стойке. Коль. Каждый, кто принимает документы, должен сразу обращать внимание посетителей на эту проблему. Ну, помимо этого, разъяснительная работа врачей, те, которые делают вакцину для сотрудников ВЦ, тоже проводится, и они уже информированы. Каждый сотрудник, который прошел через вашу вакцинацию, должен понимать, что дома есть дети, дома есть родственники, и первое, что он, придя домой, должен сказать, это всем срочно на вакцину. Вот с таким ощущением люди должны возвращаться домой. Это касается каждого учреждения. Нам очень важно по-хорошему вдолбить людям в голову, что сейчас именно то время, когда нужно делать прививки. Так, по МФЦ понятно. Максим Викторович, что дальше? По угловому поселению. Следующий, пожалуйста, слайд. Мы, естественно, понимаем, что в том же распоряжении Минздрава, конечно, на них ложится огромный, колоссальный труд. Это, к примеру, на начальник управления координации деятельности возложено активизировать информационно-разъяснительную работу среди населения. Соответственно, здесь мы, хоть нам это и не предписано, но по-другому, как мы с Натальей Юрьевной обсуждали, по-другому мы не можем вести эту работу, она просто будет неэффективна. Поэтому мы
предлагаем главам поселений направленные информационные материалы, предлагаем совместно с нашей медициной, может быть, точечно отработать, как на примере Москвы, когда в доме заболевшего на каждой лифтовой группе фактически висит информация о том, что в вашем доме ездил в этом лифте, поднимался по этим заболевшим. Будьте добры, пройдите или вакцинацию, или ревакцинацию, или хотя бы озаботьтесь этой проблемой. Здесь мы предлагаем на дверях подъезда в лифтовых группах жилых домов и в местных СМИ на сайтах администрации точечно разместить информационные материалы о мерах профилактики кори, о необходимости проведения профилактических прививок. После доклада наших медиков мы поймем, в принципе, мы и сами потом запросим материалы, в каком поселении, потому что мы знаем только одну цифру, нам конкретику никто не говорит, нам говорят за район. Мы узнаем, в каких поселениях у нас наиболее риск, соответственно, на время эпидемиологического неблагополучия с Натальей мы тогда будем вместе держаться на связи, и, может быть, нам Роспотребнадзор будет давать рекомендации, в каких поселениях было бы нецелесообразно сейчас проведение каких-то культурно-массовых мероприятий, где большая вспышка. Ну и, соответственно, при обращении нашего Минздрава необходимо оказать содействие руководителям предприятий, организаций, учреждений в организации иммунизации взрослого населения против кори, в том числе среди трудовых мигрантов и труднодоступных групп населения. Я думаю, не стоит здесь расшифровывать, здесь ясно и понятно. До 16 октября, уважаемые главы, мы ждем в адрес, мы разместим эту информацию в Bittrex. Прошу, не затягивайте, значит, в отчеты на главу. Мы это будем, естественно, все это контролировать. Пожалуйста, и следующий слайд. Андрей Львович, мы с этой ситуацией, Наталья не даст мне соврать, мы с этой ситуацией встречаемся уже. Максим Ильич, одну секундочку. Нам, что касается подъездов, лифтовых шахт, информационных стендов, Михаил Владимирович, тогда это по вашему блоку. Надо на всех стендах разместить вот эти памятки, которые мы раздаем по нашим учреждениям социальной сферы. С управляющими компаниями также поработать. Везде расклейка, там, где это возможно, а там, где стенды, соответственно, под стекло. Срок какой вам нужен? До конца недели? До конца недели, да. Все есть. У глав есть 100%. И, Наталья Юрьевна, уже мы не в первый раз сталкиваемся, это идет у нас и по гриппу, это вот сейчас такая же ситуация у нас произошла по коре. Наше предложение, это есть в большинстве уже городских округов и муниципальных районов, при администрации района создать санитарно-эпидемиологическую комиссию, чтобы рассматривать данные вопросы не в рамках КЧС, потому что это не является формально предметом КЧС, а это является именно для этого есть специальный орган под председательством руководителя администрации, курирующий медицину, образование и фактически с заместителями Роспотребнадзор. Вы, наверное, согласитесь, да, это будет важный инструмент, и этот вопрос будет решаться именно отдельной комиссией со своими правами и обязанностями. Если вы не против перенести, тогда это на санитарно-эпидемиологическую комиссию создадим ее по выходу Татьяны Викторовны из отпуска. Да, хорошо, принимается. Дальше, да, спасибо. Дальше переходим к медицине, наверное, да, Наталья? А вы потом подытожите? Да? Давайте тогда Владимир Адальевич Хубуча. Прошу вас. Добрый день, уважаемый Андрей Робертович, уважаемые коллеги. Будьте добры, презентация. Ну, я начну с информационного характера. Кори – это острые инфекционные вирусные заболевания с высоким уровнем восприимчивости. Но согласно национальному плану мероприятий по реализации программы элиминации кори и краснохи, основным мероприятием профилактики кори является вакцинация. Но вакцинация по национальному календарю проводится, соответственно, в 1,6 лет соответственно. Эпидемический процесс по кори на территории района, так же, как и в целом по Московской области, активизировался в 2011 году. А в 2016 году был зарегистрирован только один случай заболевания корью, по
показатель составил 0,3 на 100 тысяч населения. Что касается третьего слайда, вы видите здесь динамику вакцинации в Одинцовском районе охвата. Здесь вы увидите в разрезе 2016 года за 5 месяцев и 9 месяцев, соответственно, 2017 года. Если брать в цифрах, то охват вакцинации против кори в 2016 году в Одинцовском районе среди детей в возрастной группе до 1 года составил 95,3%. Детей в 6-летнем возрасте 95,4%, взрослых 87,3%. За 5 месяцев 2017 года до 1 года 90,2%, до 6 лет 101,4%, взрослых 142,3%. За 9 месяцев 2017 года, значит, до 1 года 102,3%, 6-летний возраст 101,7%, и взрослых 266% от текущего плана. Таким образом, наблюдается рост показателей вакцинации населения, в особенности среди взрослого населения. Следующий слайд, пожалуйста. В соответствии с планом вакцинации на 2017 год по Одинцовскому району требуется привить 3732 ребенка. Фактически исполнено 2863 ребенка, что составляет 102,3% от текущего плана. Ревакцинировать планировалось 3847 детей, исполнено 2935 детей, что составляет 101,7% от текущего плана. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде представлена динамика развития эпидемического процесса заболеваемости в Одинцовском районе в 2017 году. С января по 20 мая 2017 года случаи кори в Одинцовском районе не регистрировались. На диаграмме 3 вы увидите заболеваемость кори. Первые случаи были зарегистрированы в период с 21 мая по 22 июня 2017 года. Там было зарегистрировано 10 случаев, из которых 6 случаев были зарегистрированы в селе Сидоровское среди лиц на цыганской национальности. Отмечаем, что эти случаи кори завозные из города Дзержинский. Июль – 1 заболевший, август – в настоящее время 34 заболевших. Возникновение третьего этапа заболеваемости с августа по настоящее время объясняется миграцией населения, а распространению заболеваний способствуют заболевшие лица. Из 45 заболевших отказались от вакцинации себя и своих детей 25 человек, что составляет 56%, не прикреплены к государственным учреждениям здравоохранения 20 человек, ну, соответственно, 44%. Следующий слайд, пожалуйста. Из 45 заболевших 26 детей, что составляет 57,8%. Следующий слайд, пожалуйста. Всего очагов 30 у нас. Из них 25 очагов по одному случаю, 2 очага у нас было по 6 случаев, 1 очаг 4 случая и 2 очага по 2 случая. Таким образом, 83% очагов были локализованы. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде вы видите количество случаев кори в соответствии с зоной обслуживания медицинских организаций. В данный момент окончание инкубационного периода наступило на территории Одинцовского района, на территории Одинцовской районной больницы номер 3, Ершовской амбулатории, на территории Голицынской поликлиники и Одинцовской районной больницы номер 2. А окончание инкубационного периода наступит 22 октября. На территории Одинцовской центральной районной больницы и городской поликлиники номер 3 27 октября. Последний случай регистрации кори был отмечен 10 октября 2017 года. Следующий слайд, пожалуйста. В очагах кори проводят следующие противоэпидемические мероприятия. Определяются границы очагов по месту проживания, работы, обучения, пребывания заболевшего, даже при подозрении на заболевание. Ну, весь круг лиц очерчивается. Все лица, которые были в контакте с заболевшими, их прививочный, инфекционный анамнез в отношении кори, вследствие чего выявляются лица, подлежащие вакцинации против кори. По данным, представленным курируемыми учреждениями, в очагах с мая месяца всего выявлено 2050 контактных людей. Из них подлежали вакцинации 1218 человек, из них вакцинировано 158 человек, что составляет 13% от подлежащих вакцинации. Работа по проведению вакцинации контактным продолжается, однако 1060 человек отказались от проведения вакцинации, несмотря на доведение обстановки со стороны медицинских работников. Следующий слайд, пожалуйста.
проводится иммунизация кори против лиц до 35 лет и из группы риска в возрасте до 55 лет. На 10 октября в Одинцовском районе вакцинировано взрослых 997 человек, в округе 1120 человек. С 27 сентября проводится подчищающая иммунизация против кори. Завершение 27 октября 2017 года. Привито 211 медицинских работников, вернувшихся из отпусков. Обеспечено получение необходимого объема живой коревой вакцины. С начала года получено 2250 доз коревой вакцины для взрослых и 7280 доз для детей. На складе имеется в наличии 630 доз вакцин для взрослых и 1340 для детей. Осуществляется современный отбор и доставка в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии по Московской области, биологического материала от заболевших для лабораторных исследований на кори краснуху, а также генотипирование отобрано около 10 проф. Результаты находятся в работе. Следующий слайд, пожалуйста. Силами учреждений здравоохранения проводятся противоэпидемические мероприятия в очагах кори. В очагах при проведении противоэпидемических мероприятий в Одинцовском районе привито 147 человек, по округу 362 человека. Следующий слайд, пожалуйста. Проведена выездная вакцинация сотрудников администрации Одинцовского района, проведена работа с посетителями МФЦ, с гимназиями. На 17 октября запланирована вакцинация против кори 350 сотрудников полиции Одинцовского муниципального района. Управление 10 просит оказать содействие при привлечении организации для проведения вакцинации. Ну, конечно, это в первую очередь транспортные предприятия, предприятия сферы обслуживания, торговли и так далее. Доклад закончен. Да, спасибо. Еще раз тогда вернусь к тому, что мы отработаем с вами регламент вот таких выездных мероприятий. И это касается действительно и транспортных предприятий. Надо отработать. Михаил Васильевича нет у нас сегодня. Совершенно. Такое же поручение дам по транспортному блоку. Отработаем со всеми перевозчиками по поводу вакцинации. Крупные предприятия, все наши социальные учреждения, социальной сферы и, конечно, администрации. Тогда ваши контактные телефоны раздадим во все структурные подразделения, и вы, пожалуйста, реагируйте оперативно и выезжайте на наши запросы. Хорошо. Да, что касается перевыполнения плана, вот я там увидел у нас везде, по вашему докладу, везде, так скажем, зеленая зона, положительная динамика. Но если люди заболевают, и у нас практически порог эпидемии, то, наверное, этот план был то ли занижен, то ли неправильно посчитан, не знаю, не берусь, так сказать, рассуждать. И наши действия по выполнению плана и, собственно, там отчета о том, что мы справляемся, он не дает результата, раз такое количество заболеваний. Либо надо пересмотреть план, сделать его выше, либо... Ну, либо еще что-то, не знаю, сейчас мы разберемся, Наталья Юрьевна будет выступать, наверное, эту проблематику тоже вскроем. Мы всем рапортуем, что план выполнен, однако есть заболевания, есть 45 человек на сегодняшний день за 2 месяца. Это самый крупный, самое большое количество заболеваний в Российской Федерации. Самое большое. То есть Одинцовский район здесь в таких антилидерах. Значит, наши с вами совместные усилия, совместные действия и выполнение там, соответствующих планов не дают необходимый результат. Это первое. Второе, что я себе пометил, я так понимаю, что вакцины в достаточном количестве на складах в медицинских учреждениях, здесь проблем не будет, потому что мы сейчас начнем выводить людей в учреждениях, можем столкнуться с проблемой того, что нечем прививать. Вот здесь тоже прошу вас особое внимание уделить, чтобы мы не захлебнулись. И пока разговаривали про кори, у меня такой вопрос. Помимо кори у нас идет же еще программа вакцинации, в том числе от гриппа и других заболеваний. Может быть, нам совмещать и предлагать людям сделать не только прививку против кори, но и другие наши продукты, которые также работают по Подмосковью. Если это не противоречит, собственно, вашей концепции. Вот такие вопросы. И из того, что мы видели в презентации, хочу отфиксировать, что основной очаг заболевания – это город Одинцово. И здесь, Ольга Ивановна, у нас самое большое количество учебных заведений, школ, спортивных объектов, объектов культуры. Мы
проводим массовые мероприятия. И если мы, уважаемые коллеги, с вами не возьмем эту проблему за горло, что называется, своими руками, то будет введен карантин, и мы останемся без массовых мероприятий, без вообще какого-либо скопления людей. Даже совещание в таком формате уже будет проводить невозможно. Вот о чем бы я хотел вам сегодня сказать. Наталья Юрьевна, прошу вас тогда прокомментировать то, что вы увидели и услышали на нашем совещании, и какие у вас есть к нам рекомендации в части борьбы с корью, наверное, даже поручений. Что нам еще необходимо сделать, и где мы, может быть, заблуждаемся в наших пока позитивных отчетах. Спасибо вам, Андрей Робертович, что вы изложили полностью тему моего доклада в своем. Ну, закончим побыстрее в таком случае. Что хотелось бы мне сказать? Конечно, работа по профилактике кори должна была начаться в мае. У нас с вами 25 числа, мы видели, было постановление Главного государственного санитарного врача по Московской области. 28 мая, мы 29 мы вносим свое решение противоэпидемической комиссии. Но организационно это ни во что не вылилось. Поэтому, как говорил наш знаменитый врач Пирогов Николай Иванович, легче болезнь предупредить, чем ее лечить. Но, к сожалению, на предупреждение мы с вами не сработали. Не сработали. Поэтому то, что сейчас такие глобальные, принципиальные мероприятия планируются и проводятся, это, конечно, огромная заслуга. И я надеюсь, что она реализуется, безусловно, тем, что мы справимся с этой проблемой, которая была у нас. Заодно хочу предупредить тех глав администрации, которые здесь находятся. Если эта проблема возникла в Одинцово, не значит, что ее нет у вас. У вас тоже недопривитые врачи, недопривитые учителя, недопривитые дети, недопривитые соцработники и так дальше. Поэтому всем этим нужно заниматься сейчас. Вот для вас это как раз проблема профилактики. Для нас тоже, к сожалению, сейчас проблема устранения этой вспышечной заболеваемости. Почему у нас какой-то перекос возник, вот мы с вами видели, сейчас были показаны слайды с тем, что у нас 100%, 102%, 228% привитости, потому что неправильно у нас, в принципе, осуществлено планирование. Ведь у нас на врачебных участках зарегистрированы те люди, которые когда-то обратились по поводу заболевания, а есть, которые не обратились, у нас целый микрорайон строится и не обращаются за медицинской помощью, их нет. И поэтому мы не планируем нужное количество персонала медицинского для обслуживания. Вот он обслуживает 30 тысяч, а может у него 80 тысяч. А он не знает, у него нет сведений о том, сколько у него детей, статус привитости людей, которые приехали на территорию, купились квартиры или прибывают временно. Поэтому эту ситуацию нужно решать. И тогда у нас будет планирование правильное. Поэтому планируем из года вот одну и ту же цифру. 3847. Ну, сделаем на 20 больше. Ну, ладно, давайте сделаем 20 больше. На 20. А может на 2220 нужно было сделать больше. Затем, ну и вакцины мы неправильно отсюда рассчитываем. Вот мы сейчас сказали, что у нас большой запас вакцин, но это ведь только в последнее время. А ведь у нас приходили учителя в конце августа месяца, вакцины не было вообще. Идите, привейтесь платно. А педагог скажет, с какой стати будут платно, если мне обязаны бесплатно. И в прокуратуру, почему мне не оказана услуга, которая должна была быть оказана. Конечно, большой вопрос, почему у нас такое огромное количество непривитых людей, декретированных контингентов, и вот они сейчас с одного момента пришли, тысячами мы их стали прививать, а по расследованию каждого случая заболеваемости мы входим так, в контакт с семьей и видим, что и в семье врачи не привиты. Вот. Затем, конечно, прививочные бригады. Они у нас сформированы. Максим Викторович говорит про записки на дверях. Да ничего не дадут эти записки на дверях. Конечно, проинформировать людей мы должны. Но должно быть активное выявление и активная вакцинация. Прививочная бригада выходит и вакцинирует всех контактных людей активно. Потому что объявление, ну да, хорошо, пойду, не пойду, пришел, полно народа, не стал прививаться. И другим сказал, да что туда ходить, там полно больных, а я еще буду прививаться против кори, а подхвачу грипп и так дальше. Поэтому только активное, так сказать, посещение этих очагов. Да, в рабочее время мало кого можно застать дома. Значит, субботы и вечернее время. Формируется бригада, идет бригада с записочкой. Если вы отказываетесь, подпишите, пожалуйста, что вы отказались, номер телефона и так дальше. Что касается, да, декретированного контингента, врачи, учителя и социальные работники, кто должен быть привит, ну, на 95%. К сожалению, эта цифра в разы меньше у нас была. Сейчас ситуация меняется очень хорошо, на самом деле.
вот потому что у нас, к сожалению, болели и врачи, болели и учителя. Такой статистики у нас здесь, к сожалению, не прозвучало, но случаи имели место. У нас имело место несколько случаев внутрибольничного заражения. То есть детей кладут с одним заболеванием в инфекционное отделение, а попутно приобретает другое, что вообще недопустимо. Ну и крайне низкий уровень, конечно, нашей с вами просветительской работы, потому что мы с ней о ней говорили, вот, но ничего, к сожалению, не сделали. Только в последнее время вот это все у нас появилось, хотя первые случаи были у нас в мае, и начались они с цыганского населения. У нас цыганское население, будем говорить, такое труднодоступное, оно очень широко распространено. И болеют они не по единичке, а сразу же целыми семьями. И, естественно, не придерживаются никаких норм, будем говорить, поведения противоэпидемического, и представляется большую угрозу. Поэтому нужно через барона цыганского, который, так сказать, влияет на свое население, эту работу проводить. Потому что 12 из 41 – это цыгане. Вот. И они выходят со своими детками, и вызывают сочувствие эти дети золотушные, и другой бежит, денежку ему кладет, чтобы ребеночек поправился, автоматически заражаясь при этом. Поэтому вот это население просто по опыту Ногинского района. Оттуда вспышка началась через цыган, и прививался сам лидер, вот, и дал указания всем прочим не избегать, потому что они категорически не хотят прививаться, очень агрессивны в своем поведении, и проклинают, и посылают, и так дальше. Поэтому вот эта прослойка населения должна быть. Вот. Ну а мы с вами все силы должны приложить для того, чтобы у нас сейчас с вами вот стог сена и спичка уже горящая, чтобы он не воспламенился. Прослойка, прослойка, прослойка. Я очень удовлетворена результатами сегодняшнего совещания, потому что все четко, строго, конкретно, основательно и с реальными сроками, поэтому у меня, например, нет даже сомнений в том, что мы не справимся. Мы должны справиться с этой проблемой. Ну, я думаю, что достаточно скоро. Спасибо. Да, спасибо, Наталья Юрьевна. Давайте все-таки по медицине пройдемся. Первое. Врачи. Сколько у нас в процентах сегодня привитых врачей? Сколько? Не нужна такая статистика. Если вы не готовили это в своей презентации, то эту информацию нужно представить. Ну и, соответственно, такой же план по тем, кто не привит, их обязательно вакцинировать. В ближайшее время тоже такой же план график. Потому что я слышал информацию о том, что выезжали к детям на выезды врачи, ходили по квартирам, кто-то из них был больной и заразил детей. Не факт, да, но согласен. Это вообще мы должны исключить. Поэтому по врачам такая же нужна статистика, по всем медикам, которые в аптеках у нас, в государственных, в регистратурах, кто контактирует с людьми, ну и, безусловно, сами врачи, через которые идет прием. А также давайте их оцифруем и поймем, в какой срок медикам это вообще сделать элементарно. Они могут при вашей там правильной задаче, они в этот же день могут все прививки получить. Прямо там на месте, не отходя от своего горячего цеха, что называется. Дальше. Что касается прививочных бригад, которые прозвучали. Ну, так как я вот только соприкоснулся с этой темой, то у меня сразу вопрос. А сколько у нас таких бригад? В каком графике они работают? По какому маршруту они у вас выезжают? Тоже от вас тогда информацию хотелось бы получать еженедельно. Что касается вакцин вовремя, ключевой момент. Действительно, мы видим сегодня остатки на складах, видим количество, которое было рассчитано на план, о котором мы говорили. А если они появились только 2 недели назад или месяц назад, а в мае их не было, то это, конечно, проблема. И если она такая была, давайте, во-первых, об этом говорить, что действительно была сложность. И на следующий год постараемся эти ошибки исправить и заранее к необходимому периоду уже иметь вакцину на складах. Вот здесь тоже прошу вас, так как вы человек новый, прошу вас разобраться, провести внутреннее расследование, была или не была вакцина, почему ее долгое время не было, чтобы исправить эти ошибки на предстоящий период. Что касается новостроек, о которых мы все прекрасно с вами знаем, там действительно много людей еще и не прописанных, там уже проживают. Даже взять нашу новую Трехгорку, прописанных, наверное, 1015, а живет под 60.
Соответственно, об этом знает участковый полиции, об этом знает, наверное, врач в кабинете общей практики, который там находится, потому что все эти люди через него идут. Но, очевидно, в статистику они не попадают. Если мы все новостройки даже путем, так сказать, прогнозируемой информации от полиции поставим ваш график, тогда эта цифра, конечно, 3000, она значительно вырастет. Давайте к ней все-таки отходить, подойдем более щепетильно, отдельно проведем совещание, еще раз посмотрим все наши новостройки, микрорайоны. Я запрошу органы полиции для того, чтобы нам дали оперативную информацию о проживающих. И тогда переверстаем наш план. Позовем Наталью Юрьевну и еще раз проговорим по всем планам, чтобы у нас действительно вакцинирование давало вот этот максимальный эффект. То получается, не исключено, что это в разы ниже, чем должно быть. Все новостройки нам понятны, квадратные метры мы знаем, количество, плюс-минус количество людей, которые проживают в квартирах, тоже полиция ощущает. Все, из этого сделаем некий прогноз и поставим их к вам в эти планы, графики. Коллеги, главы поселения, есть какие-то мнения по каждому поселению? Как вы будете бороться вместе с нами, с корью? Или все, что озвучено, уже достаточно для того, чтобы навести порядок в этом вопросе? Я хотел бы добавить тогда еще, Максим Викторович, вы к себе в программу ставьте наших социальных работников. Малашкина также должна мне подготовить все планы и отчитаться работников, которые ведут прием населения, работают с пожилым населением, с инвалидами, со всей социальной категории. Сколько работников привито, когда будет 100% прививка, и как они занимаются, в том числе просветительской деятельностью, есть ли у них буклеты, брошюры и соответствующие совещания и работа с вот этой особой категорией людей, которые к ним приходят. Ольга Ивановна, вам срочно наводить порядок. Пока есть каникулы, вы можете спокойно заниматься педагогическим составом и административным корпусом. Это касается и управления образованием самого. Я по управлению не видел статистику в вашем слайде, что у вас там с вакцинами. Ну и, собственно, по администрациям и по работникам, уже и главам, и всем нам предстоит быстро выявить тех, кто еще без прививок, и срочно это сделать. По МФЦ проговорим. Если больше нет каких-то пожеланий, идей и вопросов по этой теме, тогда мы вопрос повестки номер один заканчиваем. Приглашенных тогда я готов отпустить. Дальше уже будут вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Да, это, пожалуйста, оставляйте. Протокол мы обязательно всем разошлем. Все, о чем договорились, будем контролировать еженедельно. Спасибо. Спасибо. Так, коллеги, переходим ко второму вопросу нашей повестки. Отопительный сезон. Этот вопрос мы с вами поднимаем практически на каждую планерку последние два месяца. Нам очень важно сегодня отфиксировать и понимать, насколько у нас система теплоснабжения вышла в свою стабильную работу, нет ли сбоев. Если есть сбои, то в какой период мы с этими сбоями справимся. Я получаю определенный негатив в социальных сетях, на свою страничку в Инстаграм, на электронную почту, жалобы о том, что не все еще дома в Одинцовском районе получили тепло. По моей информации личной из Инстаграма, 4 дома в Одинцовском районе на сегодняшний день не подключены к источникам теплоснабжения. 2 в Ческовском поселении, это Покровское, 1 в городе Одинцово и 1 в Ершовском поселении. Прошу тогда глав поселений, в котором есть такая проблема, после основного доклада Михаила Владимировича Каратаева, также доложить ситуацию и обозначить сроки, когда люди получат тепло в свои квартиры, в свои дома. Михаил Владимирович, прошу вас. Спасибо, Андрей Владимирович. Добрый день, уважаемые главы. Следующий слайд, пожалуйста. Вы все в курсе, что у нас отопительный сезон
начался 1 октября, подготовка к нему шла до 15 сентября, и 1 октября мы запустили все наши котельные и подали тепло на дома. Следующий слайд, пожалуйста. Слайд следующий поставьте. По рекомендациям ГЖИ 100% домов должно было быть готово у нас к 1 сентября, но это рекомендации по закону Московской области. У нас 1 октября является отчетной датой базовой. Следующий слайд, пожалуйста. Но, к сожалению, не все поселения у нас смогли эту отчетную дату пройти успешно. На 10 число, то есть на вчерашний день, у нас по 1961 дому должно было быть паспорта, представлено по 1896. В антилидерах у нас на сегодняшний день все военные городки. То есть, если вы посмотрите на эту таблицу, то увидите, что у нас основной фонд жилой, не получивший паспорта, это жилые дома в военных городках. 56 многоквартирных домов не получили паспорта. Но есть и гражданские, это 8 домов, которые также не получили паспорта. По ним основной вопрос связан с тем, что где-то, в частности, в Голицыно у нас аварийный фонд, там будут акты. По аварийному фонду просто у меня просьба к коллегам быстрее принимать решения, потому что люди в этих домах либо должны быть переселены, либо что-то по ним надо делать, потому что там разваливающиеся дома, с которыми реально что-то с точки зрения отопления либо ремонт делать бессмысленно. Вот по Барвихинскому там есть отдельное ТСЖ, по Ершовскому ситуация это с одним домом, который, я думаю, глава отдельно доложит поселение. Ну и по Никольскому у нас два дома, которые также входят в ТСЖ. Все военные, соответственно, они в устной форме докладывают, что все у них будет представлено. Ну, на сегодняшний день у нас самый большой объем – это в Кубинке. 37 домов не введено в паспорта, соответственно, не получено. И не приняты эти дома комиссии, которая организована в каждом поселении. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, это табличка, в которой прописаны традиционно все те нюансы, про которые я сейчас проговорил, главы которым это… Кому это относится, вы можете потом ознакомиться. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, если говорить о динамике за неделю, вот такая картинка у нас была по состоянию на прошлую среду. Те поселения, которые здесь были отмечены, все провели работу. Сильно большой объем работы был проделан, в том числе по Чистовскому. Отдельно, как по Чистовскому хотелось бы сказать, то, что данные, которые у нас были по состоянию на среду, они были получены именно по информации от ответственного работника на территории Чистовского поселения. Соответственно, она была доложена. Следующий слайд, пожалуйста. Это мы уже представляем информацию по состоянию на сегодняшний обед, 12 часов дня. У Андрея Робертовича абсолютно правильная информация, что было 4 дома, но сегодня удалось запустить еще один дом, и у нас осталось их 3. Соответственно, одно в Ершовском и 2 дома в Чистовском. По обоим из этих поселение у нас есть понимание того, что происходит и когда будет устранено. По Ершовскому должны запустить отопление в течение 2 дней. По Чистовскому в прокуратуре представитель дома отдыха Покровская обещал, что все они запустят 12 числа. По плану у них до конца недели завершение ремонтных работ на котлах. Никаких препятствий к совершению этого трудового подвига у них нет. Следующий слайд, пожалуйста. Задачи, которые у нас еще стоят по завершению подготовки к осенне-зимнему периоду, это завершить проверку готовности всех потребителей, проверить все документы в соответствии со 103-м приказом. Второе. Исправить и направить в ГУ Ростехнадзор при участии Министерства ЖКХ документы, подтверждающие готовность теплоснабжающих организаций потребителей муниципальных образований. Третье. Это обеспечить получение паспортов, актов готовности уже самих поселений. То есть это совокупность всех документов, которые получаются в ходе подготовки к зиме. Следующий слайд, пожалуйста. Ростехнадзор на нашей территории ведет работу по проверке готовности к зиме. У нас идут прогоны всех поселений. И какие базовые замечания дает Ростехнадзор? Первое. Не представлены перечни потребителей тепловой энергии. Паспорта готовности потребителей тепловой энергии также не всех представлены. Ну, то есть это банальная работа с документами. У вас эти паспорта есть, надо их просто сформатировать, в нужную папку собрать. Комиссия ОМС, проверка потребителей тепловой энергии, не закончила работу. Результаты проверок актом не оформлены, паспорта готовности не выданы. Соответственно, тоже стоит вопрос. Все уже работает, тепло подаем, документы почему-то оформить не можем.
Нужно на этом сосредоточиться и срочно доформировать пакеты документов. Неправомерно сделаны выводы комиссии ОМС о готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии. Выявлено отсутствие приборов учета тепловой энергии потребителей тепла, задолженности за поставленный ресурс. Ну, это тоже со всеми все в прошлом году проходили, и снова наступаем на те же грабли. Необходимо подготовить графики по установке приборов учета, показать динамику за этот год, какие приборы учета были введены в эксплуатацию, и отчитаться об отсутствии задолженности за энергоресурсы. По энергоресурсам у нас только ситуация одна у нас осталась. Это ситуация, связанная с большими изъемами за электроэнергию, там наличие задолженности. Соответственно, все остальные имеют возможность такие справки представить об отсутствии задолженности. Но в то же время в больших изъемах это МУП сам себе справку об отсутствии задолженности, в принципе, есть возможность выдавать. Или представить график погашения этой задолженности в понятном горизонте. Четвертое замечание, которое есть, это неправомерные выводы комиссии ОМС о готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций. Выявлено непредставление теплоснабжающими организациями документов, подтверждающих выполнение требований по правилам оценки готовности к отопительному периоду, а именно готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утверждению утвержденного схемы теплоснабжения, наличие нормативных запасов топлива на источников тепловой энергии, проведение наладки тепловых сетей. Но это опять же история документарная. То есть по факту у нас испытания гидравлические прошли, по факту запасы топлива сделаны, по факту уголь есть на котельных, но почему документарно это все не доведено до подписания акта. Прошу всех на этом сосредоточиться и довести бумажную работу до конца. Следующий слайд, пожалуйста. Отсюда поручение, которое у нас возникает. Завершить паспортизацию готовности жилого фонда и потребителей тепла. Подготовить документацию к проверке Ростехнадзора и направить в Министерство ЖКХ Московской области для согласования. В этом году Министерство ЖКХ документацию просматривает, прежде чем направляем ее в Ростехнадзор. Третье. Получить замечания от МинЖКХ и устранить их. Также это все до 20 октября. Следующий слайд, пожалуйста. Обеспечить работу колл-центров, горячих линий для информирования населения о запуске отопления и размещении их телефонов на сайтах администрации до окончания запуска тепла. То есть есть у нас сейчас запуск тепла к домам, но есть еще отдельные квартиры, в которых развоздушивание системы не закончилось. Поэтому вся та работа, которая большая была проведена по организации колл-центров, по организации горячей линии, она должна быть продолжена до последней квартиры, которая будет развоздушена и на которой будет запущено отопление. Сегодня на правительственном совещании по поводу ОЗП была отдельным блоком заслушана информация о количестве обращений в правительство Московской области по вопросам запуска отопления. То есть правительство отдельно мониторит социальные сети, обращения в ЕДДС и обращения в приемную губернатора по поводу отсутствия либо наличия отопления. По данному срезу делается справка для губернатора, и 5 глав будут вызваны к нему на встречу по информации, которая пришла от жителей о том, что им не к кому обратиться было на территории. На их обращение никто не реагировал. В этом отношении Одинцовский район выступил хорошо. У нас количество обращений было очень большое, но мы их все отрабатывали. Соответственно, жители активные, но активность жителей мы смогли поймать на уровне поселений и района. Но на самом деле, если говорить в объективной реальности, объем этот был достаточно большой для того, чтобы нас показали с точки зрения именно количества обращений. Но в перерасчете на квадратные метры у нас это показатель хороший. Следующее. Обеспечить получение паспортов готовности теплоснабжающих предприятий и поселений до 1 ноября. Если у кого-то есть сложности в получении паспортов, мы готовы со стороны района оказать помощь. Все необходимые мероприятия готовы провести. Но от вас нужна в первую очередь подготовка нормальных пакетов документов. К сожалению, разговаривать с Ростехнадзором нужно только с наличием документов. Поэтому прошу всех, если кто-то еще не подготовил, либо не понимает, как это делать, пожалуйста, мы готовы оказать полнейшую помощь в данной работе. А дальше сопроводить этот пакет документов для получения паспортов поселений о готовности к зиме. Доклад закончен, спасибо. Что касается паспортов готовности по Голицыну, по Барвихине, Кольскому, Кубинке. Там, где нет военных городков, в обязательном порядке надо срочно паспорта подготовить. Если нужна какая-то помощь, в том числе моя, привлекайте. Ник,
никто не отказывается вам помогать. Что касается военных городков, подготовьте очередное обращение на уровень правительства на имя Дмитрия Владимировича Пестова с просьбой помочь нам в взаимодействии с Министерством обороны, с теми управляющими компаниями, которые обслуживают военные городки. Они, к сожалению, нам не подчиняются, и на наши запросы просто не реагируют. Я уже не говорю о том, что они не выполняют наши дорожные карты, те предписания, которые мы предъявляем. Но, тем не менее, люди там живут, и мы с этим жилым фондом должны либо научиться работать в таких условиях, либо все-таки постараться поменять эту ситуацию в корне. Я так понимаю, что на домах, где нет паспортов готовности, в любом случае тепло есть. Да, конечно. То есть физически без тепла мы жителей не оставим. Сейчас мы говорим уже об оформлении, о необходимом оформлении этих домов. Понятно. Что касается домов, где у нас до сих пор нет тепла, это два в Чистцах, я так понимаю, Покровская, да, вы проводили совещание с участием прокурора, городского прокурора, и собственник дома отдыха Покровская пообещал сегодня тепло на эти объекты выдать. Да. Есть какое-то движение, есть, Петр Михайлович? Уважаемый Андрей Робертович, уважаемые коллеги, один котел они запускают сегодня к вечеру. Действительно, за ночь наполняют систему теплом и выходят на температурный режим необходимый. Но там сейчас случилась другая беда. Они поставили котлы. Вот это совместное предприятие немецкое, российское, и поставили два котла не той марки. Один котел они установили, при данном температурном режиме в доме будет тепло. Вот сейчас они проводят мероприятия, чтобы выправить вот эту ситуацию. И еще раз они просят у вас встречи по всем вопросам, потому что у них много всех проблем с детьми, с отоплением и все остальное. В любое удобное для вас время они подъедут и объяснят вам всю ситуацию. Да, потому что они считают, что мы относимся с Михаилом Владимировичем к ним с превзятой стороны. Да, понятно. По этому вопросу. Все, спасибо. Сегодня тогда нужно оповестить жителей о том, что тепло будет. Выставляйте и в Инстаграме, и нам дайте эту информацию. И когда вы увидите, что действительно котел заработал и пошло тепло, тоже нас проинформируйте. После этого мы с ними встречаемся, давайте запланируем на пятницу со всеми их вопросами, проблемами, в график поставим. Но принципиально, чтобы они выполнили все наши требования, выдали тепло на два ваших дома. После этого будем обсуждать другие темы. Жителей проинформировать обязательно. Что касается Ершовского, да, по-моему, поселения, еще один. Да, там какая ситуация? Уважаемые коллеги, уважаемый Андрей Робертович, за летний период силами поселения совместно с теплосетью котельная, принадлежащая лесным полянам, блочно-модульная, была перемещена с частной территории на неразграниченные земли к дому номер 66, который сейчас будет отапливаться, и общежитие лесных полян. Значит, произошла пусконаладка ее, то есть она, котельная, полностью готова к подаче тепла. На этой неделе администрации заключены два договора на поставку дизельного топлива и второй договор с Одинцовской теплосетью на ее эксплуатацию. По информации теплосети, сегодня-завтра они пустят туда тепло. И, в принципе, чтобы поставить точку в этой эпопее, просим, глава на прошлой планерке, я так понимаю, докладывал подробно эту ситуацию, просим запротоколировать ваше поручение, Андрей Рович, комитету по имуществу, чтобы вынесли на ближайший совет депутатов прием этой котельной муниципальной собственности района. Там необходимые письма подготовлены и резолюции получены, просто чтобы оно не затерялось. Да, хорошо. Такое поручение я уже дал, готовит комитет по имуществу соответствующие документы. Что касается тепла, Михаил Ильич, проконтролируйте теплосеть, завтра должно быть тепло,
раз уже есть и дизель, и пусконаладка проведена. И эту информацию также необходимо выдать населению, потому что они не получают никакой от нас конкретики, пишут постоянно в социальных сетях, обозначают о том, что везде отопительный сезон начался, мы рапортуем о том, что система работает, но у них в доме никакого тепла, соответственно, нет. Мы проделали колоссальную работу, и об этом надо, соответственно, проинформировать жителей и обозначить конкретную дату. Что касается перемещения объекта, мы это сделаем на ближайшей сессии. Поручение, еще раз повторю, такое дано. Андрей Владимирович, разрешите еще добавить? По этому объекту нужна ваша помощь в взаимодействии с газовой службой, чтобы туда проложить газопровод. Там, к сожалению, федеральные земли присутствуют. Газ есть. Соответственно, просьба с Голубковым о вашей встрече. Хорошо, готовьте совещание в Мособлгазе. Мы проговорим, потом появится дорожная карта, и по ней будем двигаться. Уже больших проблем не вижу. Технически, если есть техническая возможность, это не десятки километров трубы, то, конечно, это все можно сделать в ближайшее время. Так, с этим разобрались. Что касается, Михаил Владимирович, что касается колл-центра, то такой колл-центр должен обязательно работать в системе управления ЖКХ у вас, потому что на многих поселениях нет ресурса. Либо это Одинцовская теплосеть, либо другие ресурсники, на которые очень часто главы не имеют никакого влияния. Но вся эта информация есть у вас в управлении, поэтому колл-центр прежде всего должен работать в управлении, где вы можете давать грамотную консультацию, понимая, как устроена система. Особенно после того, как мы создали ЕТО, единую теплоснабжающую организацию. Поэтому колл-центр на вас и качественная отработка всех сигналов также на вас. Если колл-центр не срабатывает, дальше идет обращение в доброделу или на электронную почту, потом все это переходит на уровень правительства, ну а дальше уже коллективное обращение. Вы всю цепочку понимаете. Это действительно нужно предупреждать грамотным, профессиональным ответом при первом же звонке в управление жилищно-коммунального хозяйства. У Одинцовской теплосети также должен работать колл-центр. Да, пожалуйста. Теплосеть получила акт готовности к зиме от Ростехнадзора. Вот, соответственно, вопрос в том, если у вас их нет, то мы вам их предоставим. Но у вас на территории есть другие теплоснабжающие организации. Речь идет обо всех теплоснабжающих организациях. Ростехнадзора по теплосети вопросов нет. Все вопросы мы сняли. Поэтому прошу, как бы, вот это. Но по тем теплоснабжающим организациям, кроме теплосети. С теплосетью нет вопросов. По теплосети, у нас по теплосети. Хорошо, перебросите этот запрос, Михаил Владимирович, тогда разберется с теплосетью или с Ростехнадзором, если там к конкретному предприятию нет никаких претензий. Тогда возьмите себе на замену. Хорошо. По Курскому поселению. Ростехнадзор выдал документы по нашей теплосети уже месяц как. Ну хорошо, проверьте, если есть сигнал с поселения, давайте отработаем. Понятно, коллеги, переходим, с теплом закончили, переходим к обсуждению следующего вопроса. Это ход работ по комплексному ремонту дворов. Также вопрос у нас находится на постоянной повестке. На прошлом заседании поручил, чтобы главы поселений, в которых есть отставание уже по графику, каждую неделю докладывали о динамике, желательно о положительной динамике. Михаил Владимирович, вы тогда в своем докладе отразите как раз
то, что происходит в поселениях по программе «Было-стало», что было неделю назад, как изменилась ситуация по ремонтам во дворах в каждом поселении, где мы западаем. А после этого глав западающих поселений прошу тогда прокомментировать и доложить о том, как вы выбираетесь из красной зоны. Спасибо. Прошу вас. Спасибо, Андрей Робертович. Я максимально сжато доложу. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, это то, на что влияет готовность дворов. Это показатель 26 рейтинга главы. Соответственно, у нас на сегодняшний день идет западание по следующим дворам. Следующий слайд. По состоянию на 10 октября у нас произошли положительные изменения. 4 двора были завершены, Заречье завершило один двор в те сроки, которые обещала. Одинцово с опережением сроков 2 двора завершило, большое за это спасибо. И Боровихинское поселение также с опережением сроков завершило один двор. Остались у нас еще 4 поселения, у них осталось 8 дворов, сроки еще не подошли, работы ведутся. И по 2 дворам в Голицыно у нас произошел срыв сроков, был план до 10 сделать их, сейчас перенос на 20 число. Соответственно, вот по данным поселениям надеемся, что они все-таки выполнят те сроки, которые сами себе и поставили. Следующий слайд, пожалуйста. По письму Министерства ЖКХ в целях исполнения поручения губернатора необходимо информировать жителей о результатах реализации программы. По состоянию на 10 октября нам отчиталось о снятых телесюжетах и размещенных информационных материалах только ГП Одинцово. К сожалению, остальные поселения информацию эту нам не представили. Хотя я на прошлом нашем совещании говорил о том, что прошу всех прислать эту информацию нам. У губернатора четко поставлена задача, что вся наша деятельность по благоустройству должна максимально освещаться во всех СМИ. Вчера проводил совещание Пестов Дмитрий Владимирович. Мы с господином Чередниченко присутствовали на этом совещании. И треть совещания была посвящена тому, что мы должны максимально информировать население о том, что мы планируем сделать, делаем и сделали. К сожалению, у нас данная информация до Министерства ЖКХ приводится только через то, что мы получили от вас. А, повторяю, мы от вас получили минимум. Вот в данном случае только по ГП Одинцово. И то этот телесюжет, как бы, он был снят, в том числе с моим участием, я думаю, только поэтому мне его и прислали. Поэтому прошу всех в очередной раз о том, что вы должны информировать людей о тех вещах, которые вы планируете сделать. В этом ракурсе напоминаю, что до 1 ноября необходимо подготовить планы комплексного благоустройства в программе формирования комфортной городской среды. У нас с 1 января 2018 года начинает действовать новая федеральная программа, называется «Комфортная городская среда». Все, кто в ней участвует, должны эти планы подготовить. 1 ноября выложить их на портал и до 1 декабря получить пожелания жителей и внести изменения до 1 января. Соответственно, всем необходимые документы были направлены. Прошу всех в эту работу включиться. Дальше. По поводу приемки дворов. Следующий слайд, пожалуйста. По поводу приемки дворов. Поручение было о том, что представители УНФ должны быть включены в состав комиссии. Сегодня представитель УНФ прошелся по нескольким районам, которые не включили их в данную комиссию. У нас есть представитель УНФ, который закреплен за Одинцовским районом. Он родом из Одинцовского района. К нам он положительно относится изначально. Но мы все делаем для того, чтобы он это свое отношение к нам поменял. Судя по тому, как наше поселение Голицыно, лесной городок Ершовское, не включили до сих пор его в состав своей комиссии. В чем сложность, я не понимаю. Кто отказывается? Что значит отказывается подписывать акты? Мы с ним здесь принимали двор, абсолютно нормальный подход, конструктивный. Ну, я так понимаю, что если отказ подписывать акт, значит, что-то не доделал. Или не соответствует. Хорошо, давайте пригласим тогда на нашу планерку представителя УНФ и проговорим вместе с главами, там, где есть сложности, непонимания или противоречия, мы их на планерке снимем.
составить надо график, надо составить график и отработать, собственно, появление представителей УНФ на каждой конкретной площадке. Я не знаю, что такое КСКИ, может быть, они не готовы ставить свои подписи, потому что они не являются чиновниками, не являются там официальными представителями комиссий каких-то, но присутствовать они могут, а мы это будем фиксировать. То есть их тоже больше беспокоит присутствие, чтобы в момент приемки они также... Ну, вот что нам от них нужно. Присутствие они у себя в отчетности будут указывать. На таком-то объекте мы были, согласны или выразили какие-то замечания, которые в процессе власть будет исправлять. Мы по городу Одинцово тоже от них никакой подписи не получали, но получили замечания, рекомендации, исправили и попали в отчетность УНФ о том, что мы работаем и взаимодействуем. Речь идет только об этом. Не надо из них делать подписантов, они точно не про это. Они за общественный контроль и за вот эту коммуникацию, которая устанавливает между жителями и власть. Дальше. Все поручения, которые здесь отражены, я уже озвучил, соответственно, доклад закончен. Да, с УНФ срочно ситуацию исправить. Михаил Владимирович, к вам больше сейчас вот эти все поручения. Что касается дворов и средств массовой информации, так как здесь меня эта тема тоже беспокоит. И у нас 54 двора, в программе. На сегодняшний день какое количество уже принято и сделано? Завершены работы по 44 дворам. 44 двора. То есть уже есть поле для деятельности информационного блока. Конечно. Значит, нам с вами, вам с главами нужно отработать график по каждому поселению. Какой двор, в какое время. К этому сейчас будут отданы поручения блоку СМИ и управления внутренней политики. К каждой площадке будет привязано телевидение, потом информация пойдет в социальные сети и в газеты по каждому двору, который прошел благоустройство. Вы вместе с главами определите тогда спикеров, обязательно глава поселения, ответственные за проведенные работы, общественники, которые принимают, и представители НФ. В таком ключе мы сейчас создадим некий график-дорожную карту и сами будем отправлять туда средства массовой информации, готовить материалы и распространять. От глав только находиться на месте, готовить людей, которые хотели бы высказаться на телекамеру во дворе, в котором прошли работы. Старшие по подъездам, старшие по домам, пожалуйста, любой формат, потому что нам обязательно нужна обратная связь. Люди должны говорить либо о замечаниях, либо о удовлетворении той работы, которая проходит на местах. Не надо этого сейчас поручение отправлять в поселение. Весь информационный ресурс он в администрации района. Вы поставьте график, согласуйте с главами, и в конкретное время будет переезжать телевизионный канал и эту работу проводить. Также блок внутренней политики будет размещать все наши дворы и детские площадки, которые прошли по этой программе в социальных сетях и в наших двух печатных изданиях «Новые рубежи» и «Одинцовская неделя». Создадим прямо разворот, в котором будут дворы по каждому поселению и комментарии глав, которые эту работу проводили. Понятно, поэтому вот здесь поручение все немножко перестройте, переделайте и привяжите их в управление образованием и управление внутренней политики, в котором находится блок СМИ. Тем более, что еженедельно мы планируем все эти мероприятия на медиаплане вместе с редакторами всех газет и телеканалов. Что касается красных зон, Голицын. Александр Николаевич, вы нам... Что такое погодные условия? Что такое погодные условия, что конкретно мешает, какие виды работ, потому что параллельно работы идут в других поселениях, и погодные условия не мешают никому. Как этот срок можно сжать?
пока нет проливных дождей, нет заморозков. До 20-й это какое число? Осталось 9 дней. Ваши ощущения? Дожди, проливных, еще раз повторю, проливных дождей не ожидается. Такая будет пасмурная погода, не более того. То есть к следующему нашему совещанию красная зона по Голицынскому поселению закончится. Правильно я понимаю? Из желтой зоны у кого есть западание и какая нужна помощь? Верните тогда первый слайд, пожалуйста. Первый слайд верните. Сейчас, одну секундочку. А кто на слайде? Вот этот оставьте. Кстати, у вас завершение работ до 16 числа. Вы считаете, что из-за проблем поставщика этот срок будет нарушен? Если нет, что будем делать? И что это за поставщик? Значит, заказывали, ну, поставщик такой нормальный, добросовестный поставщик, ООО «Лидер». Хорошо, выйдите на разговор с руководством, уже с собственниками предприятия. Значит, там они обещали ускориться и до конца недели поставить. Мы сначала говорили до конца месяца. Мы с ними проговорили, что это неприемлемый срок. Обещали до конца этой недели. Получили подтверждение? От них, да. Так, хорошо. Мы говорим о малых формах на 4 двора. Все остальное готово, Андрей Штарь. И готовые парковки, и подложки сделано под малые формы, ну, резиновое покрытие. Резиновое, резиновое после малой формы делается уже. Ну, тоже здесь проблем не будет? Сделаем. Нет, не будет. Так, понятно. Одинцово, один двор остался. Трехгорка, парковка, как я уже докладывал на прошлом совещании, была достигнута договоренность, что под гарантийное письмо мы делаем это чуть позже. Сейчас они узнали, что, что парковка будет не на 9 мест, как они планировали, а больше чуть-чуть. Вот опять ведем переговоры, больше тоже не хотят. Вот 9 мест вот только. Расскажите нам поподробнее, кто не хочет, что за 9 мест? Есть инициативная группа, кто подписал протокол нам по этой самой, по голосование по этому. А сейчас все уперлось в эту парковку. Парковка попала в программу Московской области на софинансирование с городом. Значит, работа будет проводиться после окончания конкурсной процедуры в ближайшее время. Мы с ним договорились, сказать, что вот вам скриншот, так сказать, что дороги уже идут, так сказать, вот эта парковка прописана как адрес, значит, она у вас будет. Подпишите нам протокол, значит, мы гарантируем, что это все будет сделано. По всем договорились, сказать, вот сейчас проблема в количестве мест этих парков. Ну, когда вы эту проблему решите? Ну, мы сегодня планируем завершить. Я думаю, что до конца недели совершенно точно мы договоримся. И договоритесь, и парковка будет? Да, конечно. Конечно. А иначе как? Так, принимается. По Успенке два двора осталось. Иван Ильич. Срок, который обозначен на слайде, он вполне реальный, да? Понятно. Лесной городок. Андрей Робертович, срок, обозначенный на слайде, вполне реальный. Даже я думаю, что где-то до 16 числа, гораздо раньше. Нас подвел застройщик, компания «Запад», которые должны были сделать нам одну дворовую территорию. К сожалению, у них не получилось. У нас в наличии гарантийное письмо, мы в авральном режиме провели процедуру, и 30 число это как раз срок окончания процедуры, но работы проводятся успешно, с опережением графика, я думаю, что где-то до 16 мы сдадим. Да, понятно. Михаил Владимирович, тогда на следующее совещание короткий доклад
прям лаконично, коротко. Мне нужны только фотографии о тех работах, которые ведутся в этих 8 дворах и что происходит в Галице. Было стало, и статус завершения. Так, по дворам проговорили, в средствах массовой информации, то масштабную работу обязательно будем освещать. Возьмем инициативу сейчас в свои руки, администрация всем в поселении графики сбросит. Так, с блоком ЖКХ мы сегодня закончили. Переходим к последнему вопросу. Традиционный вопрос «Добродел». У нас с вами опять накопились просрочки, причем из 74 просроченных жалоб 42 приходится на два поселения. Это Кубинка и Никольская. Еще 12 просрочек – это Голицыно. Павел Шинович, тогда ваш доклад, подробный срез о том, где какие жалобы идут, что сейчас беспокоит, за эту неделю беспокоило население, как мы реагируем, как меняется ситуация и что будем делать с просрочками, потому что коллеги не справляются с этой работой. У нас эти аутсайдеры одни и те же практически. Вот этот Дальний Куст, Никольская, Кубинка, и попала второй раз уже Галицин. Прошу вас. Да, хорошо. Будьте добры, следующий слайд. На текущей неделе в работе находится 1920 обращений жителей. Максимальное количество обращений, которые находятся в работе, это по городскому поселению Одинцово. Ну, дальше на слайде видно по убывающей. Второе место Голицыно, третье место Лесной городок. Мы также разбили топ проблем, которые волнуют жителей. Следующий слайд, будьте добры. Это первое место занимает это дворовые территории и территории общего пользования, многоквартирные дома, автомобильные дороги и последнее водоснабжение в многоквартирных домах. И сделали срез по самым популярным подкатегориям. Будьте добры, следующий слайд. Как раз это отражает то, что передо мной говорил Михаил Владимирович. Это центральное отопление, если видите, это второе место по проблемам. Неудовлетворительное техническое состояние, санитарное состояние подъездов. Это то, что волнует жителей. И ямы, отсутствие ограждений, неисправные фонари и дальше по убывающей, ну вот самое последнее, это угроза падения деревьев. Повторные проблемы, которые в разбивке по поселениям, как и логично отразить, основном повторной проблемой это по ГП Одинцово, дальше Лесной городок, Жаворонок и Голицыно. Те, которые повторные проблемы, это жители, когда были неудовлетворены ответом и направляют данную проблему на доработку. Также повторные проблемы есть на доработку, это в наших структурных подразделениях. В основном повторные проблемы идут по дорожно-транспортной инфраструктуре, то, что недовольны качеством дорог. Следующий слайд, будьте добры. Как вы и сказали, основные проблемы по просрочкам приходится на Кубинку, Никольское и Голицыно. Но хотел бы обратить ваше внимание, то, что в данном перечне топ-10 отсутствует городское поселение Одинцово, которое количество проблем, которые они получают, в разы больше, чем у данных поселений. Поэтому, как мы уже говорили, опыт коллег из Одинцова можно перенять положительно, как они этого добиваются. Потому что с тем объемом, если вернуть, то в Одинцово находится 1162 проблемы сейчас в работе, а следующее второе место занимает Голицыно, всего 89 проблем. И вот у Одинцова с таким количеством проблем в работе отсутствуют просроченные проблемы. Есть, конечно, проблемы, которые отправлены на доработку, отмечены как неудовлетворительные, но все проблемы исполняются в срок и в надлежащее время. Следующий слайд, будьте добры. Это точно такие же просрочки по нашим структурным подразделениям. Но здесь они небольшие, до коллег всех доведены. И думаю, в ближайшее время они это все устранят и возьмут на контроль.
вот такой срез по поселениям и тем проблемам, которые на сегодняшний день волнуют жителей, и они наиболее активно пишут о них в систему Добродел. Хорошо, давайте пройдем по антилидерам. Никольская. Уважаемый Андрей Рубинович, уважаемые коллеги, по состоянию на сегодня информация немножко у нас поменялась. На данный момент 50 у нас сейчас проблем, и последняя информация 14 в просрочке. Основные проблемы связаны с жалобами на управляющую компанию. Это вывоз мусора, отопление и межпанельные швы. Сейчас стараемся наладить взаимодействие по этим вопросам и ускорять ответы для того, чтобы оперативно снимать эти проблемы. А какие вопросы к управляющей компании? И что за управляющая компания? Почему не можем найти диалог? Ну, у нас сейчас Одинцовская теплосеть. Я говорю, вопросы именно по вывозу мусора. Знаете, есть сложности с вывозом крупногабаритного мусора с площадок. Насколько я знаю, Михаил Владимирович мне говорил о том, что вы сами проторговываете вывоз мусора. Этим не занимается теплосеть. Многоквартирные дома у нас идет Одинцовская теплосеть, соответственно. Михаил Ильичка, что вы скажете? Мы когда. Это старый городок или новый городок? Ну, старый, новый в основном. Что мы были на новом городке, я тогда обращал ваше внимание, жители также ко мне подошли с этой проблематикой. На мой ответ, управляющая компания виновата. Вы ответили, нет, сама администрация вывозит мусор. Да, Андрей Рубинович, я выезжал по вашему поручению в Новый городок, общался с жителями. Значит, там ситуация в следующем. Территория Нового городка разделяется на две части. Первая часть – это та, которая относится к домам, так называемая пятиметровая зона. И та часть, которая остальная территория, которая выбирается подрядчиком «Экокупол». А вот этот же подрядчик является субподрядчиком по вывозу мусора из контейнерных площадок на данной территории. Соответственно, работу, которую ведет данный подрядчик, она недостаточно качественная, и фотоотчет по данному вопросу есть. Я господину Супрунову по этому поводу звонил, просил его принять меры к подрядчику, который нанят администрацией по уборке территории и вывозу мусора. Вы нанимаете подрядчика? Вы проторговывали? По общей территории проторговывала администрация. Хорошо, у вас явно семафорит Добродел, так скажем. Проблемы сыпятся каждую неделю. Если есть проблема с вашим подрядчиком, который вывозит мусор, вы его приглашаете на совещание, регулируете. Если он системно не выполняет ваши поручения, расторгаете контракт и появляется новый подрядчик. Почему вы не реагируете на Добродел? И сейчас вот у вас там уже и управляющая компания виновата, и теплосеть, и Каратаев, все вместе. Нет, ну, мне не говорят, что управляющая компания во всем виновата. Я говорю, есть вопросы и к, ну, панельным домам, то что межпанельные швы, и по мусору. Ну, по мусору, говорю, отрабатываем. Там вопросы, которые сейчас озвучили, это прилегающая территория к дому номер 12, там действительно была жалоба, потому что стояли урны, да, и как бы не было понимания, что, к чьей территории они относятся. К территории общей, которую убирает администрация, или к территории придомовой 5 метров, те, которые управляющая компания убирает. Мы вопрос разобрали, как бы там порядок наведем. Эти вопросы сняли. Ну, значит, вы соберите совещание или приезжайте к Михаилу Владимировичу, проговорите четко и пропишите территорию, и все нужно покрасить линиями, так скажем, по зонам ответственности, за что отвечает управляющая компания, и туда попадут ваши объекты мусорки, около лавочек, пятиметровые придомовой территории. За это будет теплосеть отвечать. Все остальное, там, где вы проторговываете зоны общего пользования, дороги внутриквартальные и так далее, это все парки, скверы, это все ваш экокупол. Да. Если экокупол не справляется, об этом я слышал уже не первый раз, и не по одной территории, и по Кубинке такая же проблема, значит, этого подрядчика нужно поменять. Научите работать мы не можем, судя по всему, технику они никакой не покупают, дополнительную, которая позволила бы выполнять качественную работу. Значит, нужно объявить новый конкурс и провести соответствующие процедуры и выбрать достойную организацию. В том числе на территории Одинцовского района работает наше предприятие «Коммунальное хозяйство и благоустройство». Обратитесь к ним за помощью. Может быть, они найдут какие-то механизмы либо кооперации, либо сотрудничество с «Экокуполом», дадут какую-то технику, которая
которая позволит им работать в нашем формате. Но еще раз хочу подчеркнуть, для нас добродел – это некая красная лампочка, которая зажигается. Население не получает услугу, и нам с вами обозначает проблемы, которые уже носят какой-то хронический характер. Я не говорю о тех людях, которые используют добродел как систему для каких-то соревнований. Чем больше напишешь, тем больше ты герой. Нет, но здесь же есть объективные вещи, которые мы с вами видим. Это наша с вами каждодневная работа. И там, перепихивать ответственность тоже не очень красиво. Есть проблема, приходите, давайте ей заниматься, а не показывать пальцем на теплосети или еще какую-то управляющую компанию. С вас тогда на этой неделе программа, как вы разбираетесь с мусором. Потому что мы выезжали к вам, с тех пор прошло, наверное, дней 10. Никто мне так четко программы не рассказал, дорожная карта не появилась. Через 2 дня буквально выехал Каратаев на место с фотографиями каждой мусорки, которые были зачищены. И около подъездов мусора не было. Подъезды были убраны. Управляющая компания на старте действительно на переходном вот этом этапе забуксовала, но потом выстроилась. И есть подрядчик, который это все делает. И в том числе сотрудники из РЭПов перешли работать в управляющую компанию. Ну, кроме там каких-то единиц, которые не захотели это делать. Вы из красной зоны выходите по Никольскому. Не первый раз, вы сейчас замещаете нам Супрунова, но уже не первый раз мы обсуждаем тему с просрочками и с большим количеством жалоб. И все они к исполнительной власти в вашем поселении, к администрации. Если это и дальше продолжится, я уже говорил вашему руководителю администрации, тогда мы будем принимать кадровые решения. Людей не слышат, добродел не реагирует, наши поручения не выполняются. Андрей Львович, мы на прошлой неделе по результатам предыдущей планерки провели собрание на Новом Городке с жителями, старались все-таки донести для того, чтобы, о том, что надо в первую очередь как бы сигнализировать нам, если есть вопросы, да, до того, как писать добродел. Есть социальная группа, где, в принципе, жители уже начали реагировать, начали отписываться, поэтому будем снимать. Вопрос. Создайте чат. Мы вот на прошлой неделе обсуждали там, Барвихинский пример. Создайте чат. Сами будете там находиться, ваши ответственные чиновники там, по ЖКХ. И все, кто желает, пожалуйста, возьмите отдельный телефон и сделайте для социальных групп, для населения такую услугу. Либо в WhatsApp, либо в Telegram. Очень удобно, все будут между собой переписываться, получать оперативную информацию, и вам это будет дополнительные инструменты реагирования. Ну и в целом для работы это только подспорье. Так, с Никольским разобрались, Кубенко. Да. У меня предложение разобраться с этим вопросом и все-таки оценить и рассчитать правильно нормы накопления мусора. Да, хорошо. В рабочем порядке тогда, Михаил Владимирович, проговорите с Барвихой. Есть поселения, у которых нет таких проблем, в том числе вот Успенка, например. Можете всегда обменяться опытом. Если взять управляющие компании, они вообще хотят считать через метр квадратный жилья и привязываться к метрам, тогда и объемы другие. Да, и тариф-то считается в ЕПД, и в платежках вы видите же привязка к метрам квадратным. А мусоровывозящие компании, они в кубических метрах считают. Вот здесь перекос, значит, их надо перевести к единой системе расчета, к метрам квадратным. Тогда будет другой совершенно объем. Да, и еще и будут экономить управляющие компании. Все будет посчитано правильно. Но так же, как они считают, они же получают от населения по метрам квадратным, а платят почему-то в кубических. Да, и вот здесь перекос. И зачастую управляющая компания в этом перекосе проигрывает. Мы этот вопрос недавно поднимали на примере ОЖХ в городе Одинцово. Такая же история. Мы видим, что там есть еще проблемы по не только по вывозу мусора, но и по уборке территории.
территории вокруг контейнерных площадок. Тоже там должно быть жесткое разграничение, потому что мы зачастую видим пустые контейнеры, уже вывезенные вокруг горы мусора. Там на Любу, Новоселово, я думаю, что все вы с этим сталкиваетесь. Это прям такой вопиющий факт того, как это в жизни происходит. Контейнер пустой, а вокруг горы остаточного мусора. Есть проблемы, согласен, вы проговоритесь с Михаилом Владимировичем, мы тогда вынесем этот вопрос на такое системное обсуждение, это будет касаться всех территорий. Но подчеркну, есть поселение, в частности, вот Успенское, где этот вопрос решен, и все работает как часы. Давайте с Кубинки. Микрофон. К нам в среднем ежедневно поступает где-то 15 обращений. В основном это касается военных городков. Это Кубинка 1, Кубинка 10, улица Армейская, генерала Вотинцева. В основном это связано с неудовлетворенной работой ГУЖФ, вывоз мусора, протечки кровли, герметики межпанельных швов, благоустройство территории, в том числе опиловка деревьев. Неудовлетворительное содержание дворовых, придомовых территорий, ну и прочее. Сегодня утром мы отправили 40 ответов, к сожалению, не успели вовремя закрыть, но сегодня к обеду все это будет закрыто по доброделу. Мне нужны, безусловно, не только ответы, которые позволят вам из просрочки выйти, но и конкретная реальная работа. Иначе повторные обращения будут увеличиваться. Мы в погоне за цифрами и можем упустить реальную работу. Нам же не фикция нужна. И если это военные городки, где управляют управляющие компании, не принадлежащие нам, то конкретную реальную работу вы зачастую там сделать не можете. Соответственно, прошу тогда, Павел Вячеславович, эту информацию еще раз довести до Мингоса, до правительства, там, где военные городки. Я считаю, что в доброделе этот блок нужно считать отдельно. И не плюсовать главам, которые не могут никак повлиять на происходящие события. Тогда правительству нужно отрабатывать с Министерством обороны, ну, так же, как и нам, и требовать с них выполнения или решения той или иной проблематики. Но нам в статистику это попадать не должно. Да, жители обращаются к нам, но мы должны перебрасывать эти запросы или эти жалобы на Министерство обороны. Повторно обратимся еще раз. Да, это надо дожать. На том совещании, где мы с вами были, нас услышали и действительно согласились. Но пока это все прессуется к поселению. Там, где ваша непосредственная зона ответственности, тогда из просрочки обязательно все вывести и давать жителям реальное решение проблем. Не заниматься фикцией с цифрами. Да, пожалуйста. Там, где мы можем помочь силами МБУ, мы, в общем-то, некоторые работы делаем, в том числе, когда существует угроза здоровью и опасности жизни. Это, например, опиловка деревьев, мы это делаем своими силами в военных городках. Тоже одна есть просьба. Да? Мы сейчас по поручению Пестова приняли котельную в Сосновке. И по дорожной карте мы должны передать району. Там возник ряд нюансов, которые нужно решить в рабочем порядке. Пока что нам это не удается сделать. Я прошу вашей помощи, чтобы район побыстрее принял эту карту. Павел Иванович, это разве прошло у вас по доброделу? Нет. Тогда это в рабочем порядке, в отдельном совещании. Хорошо. Пишите запрос, мы всегда готовы собраться и с имущественниками. Голицын Александр Николаевич. Уважаемые коллеги, Андрей Робич, у меня просрочки, как и на прошлом совещании, три. Это Советская 52, корпус 9 и военный городок Бутынь. Это те, которые мы не можем закрыть своими силами. Управляющая компания, мы об этом говорили. А все остальные, сегодня вот перед совещанием, коллеги мне доложили, что все просрочки у нас закрыты в этом сайте. И сейчас я общаюсь, просто это устаревшее. Все, что необходимо, мы закрываем своими силами. Информация на вчерашний день. Да. На 18 часов мне сказали, что все закрыто. Да, еще раз давайте коснемся три просрочки. Да, это мы там, говорили об этом. Это Бутынь,
Ничего не сделали. И вот только господин Каратай. Это что, Минобороны? Это военный, да, городок. Это те дома, в которых нет, скажем, необходимости делать ремонт. Вот. И Советская 52, где течет кровля. Мы тоже там всяческим образом своими силами пытались что-то сделать. Вот. Это все. Тоже военный город? Нет, это не военный городок. Советская 52, корпус 9. Это протечка кровли. Но мы своими силами закрывали, и больше у нас возможности нет. Теплосеть об этом знает. Это не там, где у нас обрушение было, какой а еще план, корпус 9. Михаил Ильич, какой план по этой проблеме? Да. Программу фонда капремонта это не попадает? Вы заявляете этот дом на фонд капремонта? Да, заявляли. На какой год стоит? И какие работы заявляли? Крыша попала? Ну вот все то, что перечислили, да, крыша попала, но это на... Все, конечно, тогда жду вас с программой, с предложениями, либо по фонду, либо по собственным силам финансовым, или с Михаилом Владимировичем. Ищите какой-то еще вариант. Но ситуацию нужно закрыть. Да, ну по Бутыни, Андрей Рович, там. По Бутыни понятно, военные городки, то, о чем я уже говорил. А проговариваем с Пенгосом и тоже не откладывайте долгий ящик. Вячеславович. Так, большие везема, 6 просрочек. Андрей Рович, мы стараемся как бы держаться все время там 0. Максимум 1-2, сейчас вылезло 6 из-за того, что 3 добродела там по межпанельным швам столкнулись с проблемой, что нам не согласовали ответ, что это, ну, когда-то будет включено там план ремонта, да, требует от нас это сделать. Ну, сделать межпанельные швы мы полностью на доме не можем, это должен делать фонд капремонта. Сейчас мы вышли на каждую квартиру, чтобы непосредственно в квартире там провести, на что жители жалуются, там убрать плесень там и так далее. Вот, значит, 2 закрытые, ну, по одной пока сегодня в течение дня там тоже будет понятно, как закрывать. Но вообще, по большому счету, чтобы закрыть эти проблемы, это фонд капремонта должен четко поставить план ремонт этих швов. То есть мы как бы закрываем вот путем просто беседы с жителем, там, да, проведением каких-то косметических работ. Я не готов сказать, третий нам согласует ГЖИ с этим решением или не согласует. Вот. Ну и 3 других, там 2, значит, по яме на дороге, там тоже, ну, ответ приготовили, что там, ну, отложенный срок там заделать, тоже не согласовали. Но сегодня тоже там все уже сделали, то есть это будет все закрыто. Просто течение обстоятельств, такое количество у нас 6, у нас обычно не характерно для нас. Стараемся. Ну, поэтому держите уровень. По большим изюмам у нас действительно практически просрочек не было. Но у него есть, там, говорю, 1-2 там бывают какие-то объективные причины. Но как бы 6, да, много для нас, мы это понимаем, у нас вроде такого не случалось. Держите, да, держите стабильную ситуацию. И... Вот, например, по жаворонкам, смотрите, проблем 79, просрочки всего 1. Ну, большое количество приходит. Если сравнивать с той же Кубинкой, видна разница, да? Находишь же силы и отвечать жителям, и уверен, что проблемы все в одно касание не решаются. Показывают и дорожные карты, и проработанный реестр с фондом капремонта, и так далее, и так далее. Если есть программа, даже если она не выполняется за неделю и месяц, и в ближайшем будущем, но она есть, и в это... И верит в это житель, то, конечно, реакция нормальная. Нет никаких просрочек и нет никаких повторных обращений. Вот мы о чем говорим. Вот, например, горское поселение. 2 пришло, проблемы, и по 2 просрочек. По этим же думали, это какая-то более ранняя проблема. Там, где их сотни, это Одинцово или, допустим, Жаворонки, ну, там, понятно, и сбои могут быть, не успевают люди.
А здесь всего две, и две в просрочке за неделю. Ну, смотрите, мы же говорим про просрочку, не про вот, там, повторное обращение, а про просрочки. Ну, это же стоит просрочка, не повтор, а просрочка, другая история. То есть получается, что мы в просрочке, да, не дали исчерпывающий ответ. Если у нас, да, вовремя, если у нас есть такая ситуация, когда один пишет, а все остальные жители против, значит, мы подкладываем там, решение собственников жилья, жителей, что принято на основании такого-то решения. Не будет там контейнерной площадки, точка. Отправляем, нам согласовывают, и все, это есть решение. Если все против, то мы ее там не поставим никогда. И это тогда из статистики уйдет, оно не будет у вас как просроченное или как повторное обращение. Также, да, вот один, здесь же по принципу большинства, мы должны всех слышать. И в данном случае приняли решение, потому что это большинство. Так, понятно. Что еще по доброделу? Павел Александрович, тогда выносим добродел раз в неделю. Также подробно нам показываете, собственно, как меняется тенденция. Надеюсь, что это будет в лучшую сторону. Количество просрочек должно сокращаться, количество повторных обращений тоже. Более подробно расшивайте сферы, потому что для нас тоже будет серьезным инструментом. Если сейчас люди говорят о состоянии подъездов, то тогда удивительно, они не замечают наш ремонт, который идет по программе губернатора. Или этот ремонт их не устраивает. Здесь уже необходимо, Михаил Владимирович, вам обращать внимание и смотреть более детально эти жалобы. Почему такое большое количество, и эта проблема стоит на первом месте. Ну и так далее по каждой проблематике. Будем уже дальше расшивать и здесь разбирать причины такого, так скажем, негатива со стороны населения. Что мы делаем не так или делаем не в том формате, который нужен. Также еженедельно главам рассылаем подробный отчет с теми проблемами, у которых горит срок исполнения, и те, которые повторные. Все эти... И для нас все это уже очевидно понимают, я надеюсь, в этом зале, что для нас добродел – это доска приборов. Как только что-то в красной зоне, мы должны перестраивать свою работу и больше обращать внимание какой-то конкретной проблематике или отрасли. Допустим, зашкалила там графа с поваленными деревьями. Ну, всем понятно, что у нас либо прошел ураган, либо караед, либо еще какое-то стихийное бедствие. Туда мы должны стягивать силы. Если недовольны подъездом, отоплением, значит, у нас в системе ЖКХ не все в порядке. Отдельно не выдают тепло, завоздушены там системы в квартирах, какие-то проблемы там, и пошло-поехало. Значит, мы все силы начинаем ориентировать в эту проблемную точку, а не ждать, когда там, собственно, люди замерзнут в квартирах или в домах, и будет социальный взрыв. Вот мы о чем говорим. Разрешите, Андрей Рубинович, по подъездам. На самом деле очень интересная выявилась тенденция. Люди, когда начали видеть, что реально программа работает, реально ведутся ремонты, они начали задавать вопрос, а когда же будет у нас? То есть мы той работой, которую проделали, показали им, что это не какие-то там иллюзии, это будет на самом деле, и это красиво. Соответственно, теперь у нас на 2018 год точно такая же подготовлена программа. Она уже в общих чертах сформирована, но Министерство ЖКХ, видя эту всю ситуацию, оно напоминает о том, что изначально по этой программе планировалось, что жители будут софинансировать эти работы. Соответственно, просто от нескольких поселений уже был вопрос, а как выбирать подъезды? То есть, если там мы можем отремонтировать 100, а заявилось 500, как быть? Пожалуйста, жители могут сами проявить инициативу, то есть ремонтируется там, где наибольшая инициатива со стороны жителей и
они готовы делать софинансирование, если у вас есть такая проблематика по выбору. Потому что в этом году мы с точки зрения софинансирования практически в ноль ушли, там с каждого подъезда по 100 рублей софинансирование, чисто исполнили требования. Вот. В этот раз, пожалуйста. И у вас еще есть время для того, чтобы жители к вам пришли с предложениями, что они хотят увидеть в своих подъездах. А уже управляющая компания будет исполнять то, что они вам поручили. Поэтому вот здесь такая история, она абсолютно правильно есть. И именно говорит о том, что люди увидели, что у соседей стало лучше. Задают вопрос, а когда будет хорошо у нас. Спасибо. Да, спасибо за информацию. Но ничего страшного в этом не вижу. Единственное, я бы попросил отработать с Министерством ЖКХ программу делать не на год, а, может быть, так же, как с фондом капремонта, на более длительный срок. Тогда мы большему количеству населения сможем поставить конкретные сроки по подъезду. Потому что мы сейчас выдадим планы на следующий год, многие себя там не увидят. Будет там некая опять негативная волна. А почему поставили, как вы говорите, этот подъезд, а не наш сосед? Да, мы расскажем про софинансирование, но это все будет вызывать раздражение. Если мы дадим там 3-5-летнюю программу, как с фондом капремонта, то не в этом, так в следующем году себя жители увидят и, собственно, будут понимать, что и до них дойдут руки. Что программа не остановилась, она работает, и качество того, как делается ремонт, тоже можно посмотреть там и визуально, и спросить соседей, и так далее, и так далее. Переговорить с Министерством ЖКХ, мы в принципе можем с вами, с главами поселений, программу и на 5 лет наверстать. Мы ее просто поставим, и в дальнейшем, когда будем из года в год переходить, она у нас меняться не будет. Мы эти списки выдадим населению и в публичной плоскости, и проговорим там с каждыми управдомами, и в СМИ разместим все, и все. У всех будет четкое понимание. Мой подъезд в 2019 году. Я сижу и спокойно жду и понимаю, что куда придут ремонтники и в теплый период, в сезон сделают необходимые работы. Если действительно мы хотим раньше, тогда соберусь со своими соседями, мы продумаем какое-то софинансирование, и нас там официально переместят в более ранние сроки. Нет софинансирования, я посижу, подожду. Ну, та же история, та же философия, что и с фондом капремонта. У всех же такое же было возмущение. Почему наши крыши, соседнего дома крыши, а не наши? Увидели себя в реестре, вся эта напряженка снялась. Наверное, есть недовольные, но тем не менее. Все проблемы в один год невозможно решить. Добродел на повестке каждую неделю, коллеги. Прошу вас уделять им личное внимание. Более там серьезные проблемы будем разбирать. Тогда по анализу смотрите, там где прям семафорит, и проблема такая системная, который будет касаться всех поселений, давайте выносить на разбор. Ну, в частности, по военным городкам. Нескольких поселений касается, мы не можем ответить перед жителями. Пусть отвечает Министерство обороны, тогда к нам статистику не должно попадать. Ну и так далее. Мусоры, свалки, дороги, ямы, там везде есть похожие проблемы в поселениях. На каких-то конкретных примерах можем разбирать ситуацию, чтобы повысить качество. Коллеги, спасибо. На этом планерка сегодня закончилась. Всем хорошей рабочей недели.